Так, ребят, ну что, всем привет, сейчас стрим у вас начнется, скоро задержка 2 минуты, я надеюсь, с первого раза он начнется, хотя последнее время что-то бывает, что не с первого стартует. Так, наверное, надо одну каточку сыграть, пока время есть. Ну, сейчас подожду 2 минуты, чтобы убедиться, что стрим пошел. И стартанем. Потом покажу вам сетку, там все дела. Хотя сетки еще пока нет, она будет не скоро, наверное, сформирована еще. Короче, 3 часа уже. Будет и потом только она появится, я надеюсь, там играют Блай, кто-нибудь еще из наших Стрэндж там наверняка будет биться. Все, отлично, с первого раза стрим пошел, это очень хорошо. Димагу вижу, Блай отлично играет, Аверс, о, Аверс, да. Бзик Юра говорил, что Аверс хочет крутые игры показать, ну посмотрим. Занимательно, я тут никнеймы вижу. Чужими фото. Опа! Вердос, что ли, мне попадается? Ну да. Бывает и такое. Так, здесь еще один пилончик ставим. Что? Пустота. Что это?
Ну, неплохое начало стрима. Чё-то овердос аж бомбануло. Чё бомбить-то? Бывает всякое. Да, Гарс, я заметил там этого товарища, фаната револьверчика. Короче. Давайте посмотрим, как раз таки, что у нас сегодня будет происходить. А сегодня у нас гоу ФСК. В чем дело, ты чуть не понял. У меня чатик умер. Ребят, стрим-то идет вообще, не? Не понимаю вообще. Ну что, короче, ребят, что-то у меня все с Гудгеймом, что-то не то. Будем надеяться, что только с Гудгеймом. Так, на Яндексе вижу, что-то происходит. $30, напряженная игра, Поми, давай, спасибо большое. Короче, из наших, Аверс,
Блай, Димага присутствует. Так, Гост. Кас. Кас даже, смотрю, играет. Вот это мне, да, просто интересным кажется моментом. Кто-то решил подтроллить немножко, что ли. Матвей. Стрэндж, вижу, играет тоже. Корейцы, Вейв. Ну и неподтвержденных участников тут. А, ну, Сновский только. Есть неподтвержденные участники, соответственно. Сейчас проверю, работает ли Twitch у меня. Все, чат поднялся, сайт поднялся вроде бы. Все, поднялось, все, слава богу. Короче, ждем сетку. Сетка, я так понимаю, уже сейчас будет. Проверяю, Twitch работает ли. А что Twitch-то не работает? Сейчас попробуем Twitch поднять, потому что, ну, как бы, вообще мне надо, чтобы на Team Liquid Twitch-то висел. Сетки пока нету. Ну, сейчас, судя по всему, появится она. Ну, тренится не тренится, но FP поигрывать я буду, я вам говорил уже. Вот, например, сегодня приехал диван, как бы, мне диван надо вечером собирать, FP-шки не поиграть. Че, мужчина-то в доме должен быть, как бы, кому еще диван собирать? Так что как уж получится теперь. Что происходит-то, блин? Так, вчерашнего, к сожалению, видео нет, ни хрена не записалось вообще. А вот и сеточка приехала. Помните, что задержка 2 минуты еще, ребят. Сеточка приехала. Вижу Стрэнджика в самом верху. Пока оппонента у него нет, во второй тур пойдет. Гунфу Банда в его сетке находит сортов. О, нету джойстиков много очень. Гост Сламба. Так, Матвей Блай тоже первого оппонента нету. В первом туре чьи оппонента нету. Касс Леванде. Аверс тут бьется. С Ботвинником Аверс, кстати, первую игру. Надо бы Аверса бы застримить по ходу дела. Только где его найдешь? Димага второй тур ТЛО будет, я понимаю. The Little One это ТЛО же. Хотя, может, кто-нибудь никнейм его взял. Гидра здесь есть ниже. Кин, ни хрена, тут корейцы снизу в сеточке появились. Короче, сейчас буду врываться, надо Аверса найти. Где у нас? Пользователь Ксияк поактивировал премиум на ваш канал. Я в курсе, что сетка есть, ребят. Помните, что задержка на стриме присутствует.
А, есть, да. Ну что, захожу к Аверсу. Да, есть, есть. У меня Аверс сетки, все в порядке. Только оппонент еще не пришел у него. Пока что. А, револьвера не заметил, вот он у него там тоже есть, он в сетке. А, у Аверса Маниекс, значит, потом только Ботвинник будет, ё-моё. Это во втором все туре будет. Ну ладно, два тура посмотрим Аверса, тут срубу один поначалу, естественно. Так. Начинается игра. Аверс у нас ГМЛщик, оказывается. Ну а чё, почему бы и нет, если играет. Если поигрывает, тренится. Так, Twitch вроде работает, все работает, ну слава богу. Ну что, поехали, сумеречные башни, Бу-1. Так, пошел. Так, депошка газ. Угу, факта первая будет. Ну что, бустятся пробки на вторую базу. Уже вопрос. Нексус после. Гейтгаз, кибернетка. Гейтгаз, Нексус, точнее, кибернеточка стандартный. Бил пилон странно поставлен. Честно говоря. Ну, проверяет проц, едет все, что замечает факту. Что у Аверса будет, интересно? Старфорд, может, он пилончиков хочет побыстрее закатить, или это будет дроп минки, интересно. Депошечка ставится, вторая, наверное, дроп минки будет здесь. Старфорд, да, дроп минки будет, маленький минка строится.
Нужна депошка еще на рампе, одна аверс выводит КСМ, как раз депошечку ставить у процесса, Нексус уже готов, адепт сейчас будет как Мазеркор, зря, очень зря не строит, вот видя такие билды, как вот сейчас аверс делает Мазеркор, можно быстрее строить на самом деле, но тут ущерб Мазеркору Старгейт закатан. Старгейт, в принципе, тоже решение неплохое против таких всяких чизовых тем. Как передропчик Минки, Минка Марики. Минка вышла вперед, закопала сейчас Минка. Адеп прям, кстати, на пути идет. То есть, так, идет проц, и Минку не замечает. Бах! Минус Адеп. До свидания. Минка све. Уже Минка как бы эффективно в этой игре сработала, но она еще ведь полетит и в минеральную линию сейчас дропаться. Причем пилона таким образом расположена, что вот это направление вообще, например, не прикрыто у проца. Вот он ставит пилон. Но это неэффективно. Почему? Потому что вперед лимита нет. Хотя тут не особо-то и вперед лимит получается. Так, летит аверс дропаться. Вот пробочку нашел. Да дропнуть, убить надо, конечно, ее. Дропается, убивает. Мариков загружает обратно. И полетел сейчас вот ко второй базе. И здесь причем, вот здесь точно пилонами не все прикрыто. Ну, начало такое для аверса неплохое. И вообще однобазовый аверс здесь пошел. Марики танк выходит вперед. Но аверс шарит, что нужно делать. Как бы нужно, если Влада с ним попадаться, понимать, что такую хрень нужно ждать, как бы, и летает аверс. Не отдает он просто юнитов. Можно позицию прямо на рампе просто занять сейчас и не париться. Так, Марики дропится, минк копается. Где-то тут сзади минк копается. Ну, вниз дропнуть. Скажи, сейчас танк придет, либератор сюда придет, КСМ-ки придут. Инженер куда закажем, сюда туретку в минеральную линию, сюда пару туреток, и все, как бы в Роцу не отбиться здесь будет просто-напросто. Так, выманивает залп Минки сейчас. Отводит Минку назад, а терять ее было не обязательно, на самом деле, эту Минку. Зря потерял. Минка очень важный компонент здесь был. Почему? Потому что Oracle Revelation пришлось бы на эту минку кидать. Два бункера аверс запиливает. Сейчас либератор разложит. Так, Оракул пытается аверс отфокусил Оракула. Под либератора адепт заходит. Феникса поднимает, убивает аверс. Танчик живой. Короче, ГГ пишем, выходим, это называется. Очень, конечно, такие темы. От них подгореть может от таких вот билдов. Сейчас делает аверс, ну тут ничего не поделаешь. Танк прикрывает, увозит. Туреточка Мазеркор сейчас расстреляла просто-напросто. И даже уверчаш не успел просто поставить. Покидает игру. Я же говорю, бомбалейла может быть. Так, ну что, ждем Аверс Батвинник. Оппонент есть уже во втором туре у Аверса. Соответственно, ждать будет недолго, нужно. Пока можно сетку еще раз оценить. У всех, у кого фрислот передвинули в следующий тур. Ну вот Стрэнджа нужно в третий тур попадать. Здесь сортов, скорее всего, будет. Хотя здесь Кэтс еще. Ну, навряд ли Кэтс сортов его выиграет сейчас. Гунфу банда дальше. Ну, будем надеяться, что Стрэндж сортов хорошо отыграет. Но здесь был один, что самое интересное в этой стадии. То есть, можно посмотреть и нужно. Нерч идет дальше. Здесь тоже Блачик. Ну, с Нерчом, если встретиться, то вот здесь вот только. Это пятый тур. Это не скоро еще. Или даже раз, два, три, четыре. Даже шестой тур. Это уже там четверть или полуфинал даже. Полу, да, финал это уже. Ну, надо будет выигрывать. Демага снизу бьется. Он больше нету наш. А, он Рева снизу есть. Есть Рева снизу. Хэппи больше не играет. Такие темы. Очень жаль, но ничего не поделаешь. Мог бы стримить на самом деле с турниров, и было бы круто. Мог бы и сам стримить ФП, и мы бы его стримили, тоже смотрели бы. Не ФП.
хоть он в Warcraft вообще кто-то играет там. Да. Это печаль. Стрим будет. Я Аверса стримлю, потому что у него во втором туре сильный оппонент, собственно, и мы можем просто не увидеть дальше Аверса. Только поэтому. Аверс говорит, что Лилу пробивать. Эй, Лилу пробивал. Сложно отбить это, но если через Нексус сыграть, я не думаю, что особенно... То есть, если это ждешь, то это несложно отбить. Вот если ты по стандарту действуешь, то это сложно будет отбить. Так, Верди против СНГ. Вердос опять вернулся. С кем он там собирается биться-то сегодня, я еще не понял. Так, пошел инвайт от Аверса, заходим в игру. Хорошая работа, Virtus 88. Я не против. Если будет такое. А прикинь, мы играем в Старик, а ты работаешь один, например. Ну что, Ботвинник, он в мой команде оказывается сейчас. Ну что же, это интересно, что он в мой команде. Так, Амиксин, таблеточку мне надо скушать. Ну как, Николбла играет вообще-то, как бы, тоже сегодня. Я пока не вижу там оппонентов, что прям очень сильно для лута. Скушаем. А тут на велике катаюсь. Так, 20-ку уже на Твиче даже людей смыло. Это да. Велмут там какую-то команду нашел. Ну что, Ботвинник готов. Уже два газа. Ну, факта, чуточку раньше у Аверса сейчас. Депошки строятся по периметру. И Ботвинник Рипера Гелиончиков играет, кстати, сейчас. Приезжает Аверс проверять. Вторая депошка здесь вот на рампе пошла.
Ну что, мульчик полетел. Мульчик полетел. Риппер и Гелиончик, да, второй уже Риппер. Ну, Бодвинник не знает, что именно Аверс делает. У Аверса Марики здесь. У меня этой карте много, конечно, где Риппер может запрыгнуть. Прямо отсюда. И вот здесь вот очень большое пространство нужно контролить, перекрывать. Но Риппер и Гелион — это все равно врыв, как бы. Поэтому дело такое. Полетели Риперы вперед вместе с Гелиончиками. Нужно ли минку копать снизу? Хороший вопрос. Потому что игрок внимательно не попадет на эту минку. А вот на рампе вижена нету. Поедет на рампу проверять, например, и минка бабах сделает. Привет, Акейра. Заезжает Гелион. Но минка и так делает бабах. Минус Гелион, одни колеса по сторонам полетели. Ну что, репера приходят, начинают депошки, да, не демажить, да. Пару гранат выкидывает Ботвинник. Ну, здесь Марики есть. Передруг Марика минок, ЦЦ-шечка строится здесь у Аверса. Здесь даже и нету вот ЦЦ-шки разговора, это пока что самое интересное. Так, минка сейчас закулдаунится. Минку, кстати, Риппера вот зря бы, можно минку было гранатками выбить, между прочим. И до сих пор можно минку выбить гранатками, на самом деле. И это легко достаточно. Просто прилетать, кидать, она не будет успевать стрелять по Рипперу. На патруле здесь Аверс ходит, не хочет, чтобы Ботвинник запрыгнул к нему. Делает Викинга одного. А, он ждет передроп сейчас на мейн. Можно Викингом прогнать, конечно, там все спокойно абсолютно. Аверс это и делает, прогоняет медивак оппонента. Девять уже мариков. Хорошо Викинга Аверс позиционирует сейчас. Но не смог сбить медивак. Еще пару выстрелов бы избил бы. Дропчиком вперед не летит. Ботвинник снизу ЦЦ-шку ставит. Ну, у Аверса уже, например, ЦЦ-шка перелетела. Значит, все в порядке. Реактор на бараке. Будет ли выход в био-то вообще происходить сейчас? Или Аверс будет мех свой любимый катать в ТВТ? Посмотрим. Пока нет предпосылок, потому что это био именно будет. А нет, смотрите, барак на лабу полетел. Фахта на реакторе. Почему фахта? А, это мех, ребятки. Это не био, это мех будет со стороны Аверса. Ну, экономика благоприятная для выхода в мех. Главное не отвалиться здесь нелепо. Так, медивак залетает на вторую. Сейчас дропаться попытаться будет Ботвинник. Здесь все прикрыто. Прилетает медивак. Здесь танк все прикрывает. Хорошо очень прикрывает. Под бункер залез здесь Ботвинник, Аверс дроп разгромил просто-напросто сейчас. Скан пошел, и Ботвинник понимает, что здесь мех будет. В данный момент у Аверса уже третья ССР-шечка строится. Здесь стимпак, щиты одновременно практически заказаны. Я бы на месте сейчас Ботвинника где-нибудь здесь или здесь вообще ССР-шку прям ставил внизу. Не, ну если Аверс Ботвинника пробреет, хорошо, Ботвинник в последнее время неплохо выступает. Но непобедимый он явно игрок такой, поэтому... Икиро поддержал ваш канал на сумму 555 рублей ровно. Немного выигранных ковришек. Спасибо, Акира, тебе очень приятно. За 555... Пристройка завершена. Так, 500, 370. Ну, так, я полагаю, это будет. ТСМ готов.
Спасибо тебе. Прочь с дороги! Разработка завершена. Так, какая-то там разработка завершена. Это, видимо, было у Ботвинник. У Аверса уже третья сэшка начинает добываться. У Аверса инженерка поздняя, но ставится. А вот армори бы можно было тоже пораньше для плюс один, для атаки сделать. Но третья сэшку начинает добывать. Сейчас нужно обносить туретками. Хотя бы где-то обносить турет, потому что потом в выходе викинги нужны будут, и все нужно будет. В выходе там фу, неплохо минка залп делает сейчас, но марики уже со щитами, поэтому их не убить. Да и без щитов мариков тоже не убить. Так, прилетает аверс дропчик сейчас. Нужно ли было медивак отдавать? Как по мне, не очень нужно было медивак отдавать этот, но уже он никуда не денет. Хотя нет, кстати, улетел медивак даже. Но аверс он не нужен, он решил его отдать. А почему не нужен-то? Пригодился бы на самом деле. Либераторы пошли вовсю строиться. Туреток как не было, так и нет. Ну, кстати, ресурсы аверс тратят все полностью сейчас. 127 на 105 по лимиту. Лимит неплохой, грейды. Грейды отсутствуют у аверса, но синее пламя геликом-то можно было бы сделать. Они здесь, может, и не ключевой юнит, но важный очень будет в этом выходе. Ксилнагу контролит и под третью базу выход сейчас делает. Аверс, нужно камни пробивать, только единственное, не надо снизу только идти. Нужно камни пробить, все равно не контролит там ничего Ботвинник. Не знаю, почему Аверс камень не хочет пробить. Но он хочет резко ворваться сейчас очень-очень. Скан пошел. Кстати, смотрите, сколько викингов у Ботвинника. Ё-мо, Аверс наламывается и сейчас сразу же дуэль по воздуху проиграет. Зачем ты делаешь-то это, Аверс? Телбаты идут вперед. Танки идут вперед, викингов отдался Хайл зачем-то сейчас. Вместо того, чтобы подойти вот сюда танками вплотную и нормально атаковать начать, Аверс что-то прокупил, ты снизу там танки поставил. Ну, ЦЦшка, правда, прогоняется сейчас, Ботвиннику, это хорошо. Дома нужно прирост скапливать, там фактори новые добавляются, старпорты новые добавляются. Хочет перемасить, естественно, Аверс здесь все. Так, викинги сели, викингов Аверс прогнал. Ботвинник покидает игру. Нифига себе, Ботвинника горнуло. Аверс просто заставляет всех полыхать сегодня. Уже второй ушел, привет, Рицо. Ну что же, молодец, Аверс, хорошую игру показывает. А я пока сетку с вами вместе посмотрю.
Так, ребят, сетку проверяем. Стрейдж в третьем туре уже. Суртов еще что-то там долго играет. Вообще не Суртов, Кэт Сенсей там вообще играют или нет, непонятно. Матвей проиграл Гуру. Блайз с Рейлганом. Играет уже Блайз с Рейлганом? Нет, пока не играет. Так, не тому написал. Блаю случайно написал. Кас против Акерона играет. Типа Аверс против Каса может биться в итоге. Левальвер с Фриманом. Тут Раззин. Ну, кстати, сеточка проходимая. Проходная такая. Соул только вот здесь вот будет. Да, у Лилу бомбит, когда это хорошо. Так, ну ждем Блая или кого-нибудь. Вот. Сейчас Стрэнджу отпишу еще про... А вот Sort of Cats надо ему написать Стрэнджу. Так, а сцену-то он переключил, кассетку показывал. Что-то ни хрена, по-моему, да? Давайте сетку еще раз покажу. Тогда, раз не переключил тогда сцену. Стрэндж в третьем туре, Sort of Cats ждет. Здесь у нас тоже понемножку все двигается. Ламба с Нерчом будет играть. А, Блай уже в третьем. Так, ТЛО Димагу выиграл, будет дальше биться, но... Короче, ждем продолжения мы. Чего-либо вообще. Пока ничего не происходит абсолютно. Нечего посмотреть. Чуть скрою сеточку.
Какой битрейт на виде, я без понятия, ребят. Точнее, в роколе. Так, Аверс зовет. Ну что, отлично. Ну что, ждем начала с кассом. Пара Аверс против касса, это интересно. ТВТшечка еще одна у нас. Так, что-то ничего не начинается. Касс отсутствует по ходу дела. Ну, ждем появления касс понемножечку. Сейчас я стану кое-что гляну, ребят. Подождите секунду. Короче, ждем начала. СМ готов. СМ готов. СМ готов. СМ готов. СМ
СМ готов. СМ готов. СМ готов. Так, ребят, прошу прощения, что отвлекся немножечко. Улучшение завершено. Так, только я отошел, и тут игра началась. Ну что, ребят, Касрипер и Гелиончики играют, как и Ботвинник. У Аверса ж подобная тема. Минка заказана, минка сейчас выйдет. Скоро достроится, через 29 секунд. Окажется на второй базе здесь, на рампе. Ну, ЦЦшка ставится вторая. Заехал Кас. Казалось, что Минка уже не успела закопаться, но Кас не среагировал сейчас, в общем-то. И Минка жахнула, Рипера минуснула. Как-то первая Минка у Аверса работает уже со вторым оппонентом, до этого Ботвинником сработала. Юра что-то не любит. Чушь в часике. Саша белый не прошел. Передроп от Каса. Посмотрите, как он сейчас неплохо гранатки кинул. Ну что, риперы, наверное, в школе гранаты метали. Прямо так хорошо легли они сейчас, что Мариков подкинуло, взорвало. Аверс пытается уйти, КСНК и все в куче. Касс ужасно контролит Гелионов. Сейчас можно было бы получше немножко сконтролить. Жахнула Минка, минус медивайк сейчас кассовский. Ну, посмотрите, сколько, ё-моё, Аверс, что ты творишь-то? Посмотрите, сколько рабочих упало уже, ё-моё. Они в таких стеках здесь ужасно просто катаются. Рабов погибает 11 штук, это жесть. Это провал. Полный вперед! Спасибо, Кузьмин СПБ. Такую фотку я уж точно где-то качал, помню. Красивая. Привет всем, ребят, кто недавно подошел. Ну и благодарю всех за поддержку, конечно. Кейра уже сегодня поддержал. А вы знаете, как это делается. Отблоки, премиумы, кнопочка в плеере, либо реквизиты. Что, я не знаю, собрался ли Аверс группу СК затащить, но пока неплохо ушел, но что-то... Кас знает секрет Аверса, поэтому Кас справляется. Зачем было Мариков оставлять против этой ужасной автотурели с уроном 16 вообще? Юр, ты там не бушуй уже. Люди-то шутят вроде как. А то что-то всех перебанил. Никого в чате не останется уже. Так, наушник отрубился. Я прошу прощения, сейчас быстренько врублю.
Так, подходит Кас, пытается Аверса напрягать. Ну, сейчас Аверс начинает тащить за счет того, что ЦЦшечка у него чуть пораньше была. Бункер начинает бомбить Кас своими танками. У Аверса, между прочим, медивак есть, но контролит воздух Кас сейчас. Это печально для Аверса. Спалил медивак. Отгоняет сейчас Кас, медивак минусует. Аверс мог бы прикрыть его сейчас абсолютно спокойно, но не прикрыл. Викингов не надо вперед лететь отдавать, сэшка вовсю добывается, на двадцатку лимит касса больше, а самое главное, стимпак щиты делаются. Третий ЦЦшечка, указ выход пошел. Ну, у Аверса выход в мех, но, блин, третьей базы нету, и очень тяжело Аверсу будет ее занять, ну, очень тяжело. Ну, хоть викингов отстроил, воздух законтролил, стимпак через 15 секунд еще где-то только у Аверса будет. Приходит Кас, Аверс пытается отступить, сейчас стимпак будет готов, это минус ЦЦшка будет после, если Аверс не будет его прикрывать. Ну, прогнал. Прогнал, в общем-то, и... Теперь Аверсу тяжело будет назад выйти на танк, его не сиджить будет, так все нормально было. Здесь что-то простимпачил, Космариков отгоняет, третья сэшка вовсю добывается. Дома прирост серьезный, два старпорта ставит, перемастить хочет викингов, Касс, похоже. Хороший контроль от Аверса, медиваки забирают. Сейчас нужно пользоваться тем, что у Касса Вижена нету. Выходит Аверс, смотрите, все-таки Кас ушел, дал занятие. Зачем? Сейчас в итоге у Аверса хорошая будет экономика и мех. А с мехом шутить лучше не стоит. Четвертый ЦЦшка, турей так у Аверса вообще нет сейчас. Если бы Кас медиваки строил бы, он мог бы загрузиться, просто полететь бы. А что Кас вообще делает? Смотрите, у него один медивак вообще. Вот у него есть старпорт, он просто не работал все это время. Что самое интересное, банши здесь пошли. Привет, Паш. Так, передроп на хайграунд на мейн пошел. Так, танками фокуснул сейчас там танк оппонента Кас. Танками BCG, я имею в виду. Либератор раскладывается. Это печаль, что он так разложился. В итоге Кас потеряет танк просто с нескольких пичек. Ну, на мейне явные проблемы ловятся. Викинги садятся. Ну, снизу-то танки прикрывают, очень неплохо они это делают. Нужно Марик еще передропать наверх. Марик не передропнуть. Прикрыть в итоге от Либератора свои танки Кас просто не может. Ну, зато третью понапрягал немножко, но не получилось убить. Аверс всегда играет в мех, независимо от времен года. Времен для меха нормальных, как не очень. Либератора поближе можно подвести немножечко было и уничтожить танк. Он маленький, догорают, уничтоженные сейчас. Четвертая, пятая уже ЦЦшка у Кас, четвертая начала добываться. Ну, Кас, как обычно, свою макромашину врубил. Викинг банши еще добавляет, делает на воздух, плюс 1-2-2 грейды пошли. Идет вперед, Кас сканит, видит, что здесь у Аверса происходит.
Медивак очень мало, танки поэтому перевести просто не может. Наламываться сюда в лоб вообще смысла я не вижу никакого. Кассу, потому что может он развалиться. Хотя он пытается наломиться, но посмотрите, как био просто разваливается. Ну, вот отогнал юнитов от ЦЦшки, неужели Аверс не видел, что нужно не спешить. ЦЦшка теряет за это ЦЦху со 100 энергии, то есть еще и 2 мула не сидело сейчас. Приятного здесь мало. Ну, тут уже не выиграть Аверсу, это видно, как бы, я не знаю, что тут должно произойти. Аверс должен накопить лимита, там, хотя бы 150 бы. Разложить все танки, и Кас должен был на клике бы отдаться у них. Только так бы, наверное, могло прокатить. Так, Стрэндж против сортов обьется. Так, заходим к Стрэнджу, сейчас Стрэндж сортов будем смотреть игру. Ждем начала. Пользователь Леши2013 активировал премиум на ваш канал. Так, ребят, очень интересно, это ПВЗ у нас начинается, Sword of против Стрэнджа, это был один все еще. Касс идет у нас дальше. Касс там в сетке Блая, по-моему, находится. Или нет? Да, Касс Аверс. Блай против Канжи, Блай, возможно, против Касса будет играть, и следующая стадия у Блая уже будет ТЛО, кстати, если он пройдет, и если Касс пройдет, то тоже. Так, кстати, там будет уже бот 3. У Стрэнджа, если выиграет Сортуху, будет и Лейзер. Очень-очень сильные игроки. Так, что за хрень? Яндекс эту хрень не шлет. Платежку это повторить, совсем охренели, что ли? Я здесь, среди теней. Ну что, Нексус у Стрэнджа начинает добываться на золоте, у Сортоку золото уже добывается. Ну, папа, по рабам Стрэндж впереди, и Твайлайт, смотрю, ставит достаточно ранний Стрэнджочек. Будет адепт, я так понимаю, со скоростью атаки, то есть какой-то пуш на адептах будет, похоже на то.
Так, здесь стрейнджоверы ловят. Нужно срочно вывести пробку для Виджена. Что Стрэндж и делает. Сейчас молодец. Хорошо среагировал. Пробочку подводят. Овера примет сейчас. Это хорошее решение. Сильно не трошили досталось. Ну так, что, стукнул молоточком разок. Для вразумления. Шучу, конечно, это для нашего короткометражного ролика. Загрузки в багажник было снято просто. Пилончики добавляют, сортов пролетает. Прекрасно видеть, что у Стрэнджа здесь Twilight бустится. И сортов делает Беллинг Нет, ставит Эволюшн. То есть сейчас будет Беллинг Дропа еще от сортов в минеральную линию. Понравилось ему, видимо, как отыграл кореец Дарк. Его стиль на GSL-очке или где там было в финале Старлиги. Дарк выиграл, кстати говоря, Старлигу недавно. Ну а GSL-чика у нас продолжение будет в ближайшее время. Дарк не вышел там из группы плей-офф. Так, залетал овер, Стрэндж принимает сталкером, не пустил сюда. Будет ли после скорости атаки адептов заказан блинк? Пока не вижу я блинка. Заказан зато Даркшайн у Стрэнджа. Так, прибежали линги. Линги ничего особо сделать не смогли. Вижу, есть беллинги у сортов, а уже есть давно и валю, что сдропаться можно. Делает коготь. Возможно, хочет начать именно с когтем. Появлением когтя дропаться. Тогда рабочие будут взрываться не с двух ударов, а с удара беллинга. Это будет очень эффективно. Посмотрите, у Стрэнджа великолепная экономика с трех баст. Сейчас, если он сталкеров нормальное количество наварпает, то он сможет все это контрить. Сейчас вообще выходы в лоб все принимать. Причем уже тут какими-то там парой дропов беллингов не решишь вопросы. Даже если на одной базе все рабочие погибнут, ну, не факт, что это дэмэдж какой-то нанесет прям критический. Так, гиты добавляет Стрэндж. То, что есть Даркшайн, хорошо. Почему? Потому что можно из Дарков Аркончиков послить бы. Немножечко Стрэнджу будет сейчас. Иммортлов он добавляет. Ну вот если он добавит микс Иммортла и Архончиков некоторое количество, плюс адепт со скоростью атаки, плюс сталкеры с блинком, плюс грейд есть на атаку сейчас. То есть делки с удара, с двух ударов бьют лингов тоже. Делки, правда, отсутствуют. Здесь собирается Стрэндж газ на третий добывать. Вперед выход пока делать не собирается. Вижу гидра, вижу люркер Дэн пошел у сортофа. Ну, мейн вот, например, ничем не прикрывается. То есть Мазеркор где-то на третьей базе висит, да, и на мейне ни фотонки в рабах, ничего нет. Так, ну что, криптумуры подрезают парочку. Стрэндж, сортов идет вперед. Филды нужно ставить. Филды пошли, часть беллингов заходит. Центри нужно прикрыть сейчас. Неплохо Стрэндж здесь за контроль. 117-125 по лимиту. Призма вперед летит. Нужно варпить и до люры идти вперед. Просто какие центри? Ну, Стрэндж, ну зачем? Хотя в этот раз центри гораздо больше, чем в прошлой игре. Но ведь может, во-первых, сортов может дропнуться, во-вторых, у Стрэнджа ведь есть Даркшайн. Почему он не хочет в тупую на голову оппоненту просто не на голову, а наварпить Дарку, просто пархончиков запилить здесь. И что-то хует сейчас зад вперед, дождется люркеров. Вот, пожалуйста, дождался люры. Теперь уже так просто в лоб и не продавить будет. Идет вперед сортов. Стрэндж видит все прекрасно. Так, люркера одного подрезает. Сразу же нужно смещаться вниз. Стрэндж это понимает. Да, варп сейчас будет идти сталкеров. Будет ли Стрэндж в лоб атаковать? Хороший вопрос. Пока в лоб не атакует. Да, варп адептов идет. Адепты будут заходить на третью базу сейчас вот сюда, на золото. Судя по всему.
Да, заходит адепт. Стрэндж при этом пытается в лоб прессовать. Есть гидра. Здесь адепты врываются. Минеральную линию начинают бомбить. Рабочих очень жестко, на самом деле, их бомбят. Линги приходят, пытаются адептов окружить. Адепт окружает. Стрэндж там дронов фокусит в это время. Да можно и лингов было, мне кажется, разобрать побольше. Адепт просто взять туда. Четвертого Нексу Стрэндж пока нет. Давар Зилков. Чарж делается. Собирается уходить Зилков. В это время линги прилетают на мейн. И нечем просто только что вар был. Нечем. Нечем мейн-то прикрыть Стрэнджу сейчас. Дроп на мейн. Беллинги на третью дропщик сейчас. Неприятный расклад. Давар Зилков уйдет. Но медленный вар, кстати говоря, здесь происходит. Суртов выдвигается все дальше и дальше. Люрык, кстати, 11 штук и 4. Ё-моё, тут масс люра скоро будет. Хорошие филды от Стрэнджа, я бы сказал, даже очень крутые филды. Посмотрите, лингов сколько отжал на халяву сейчас. Нужно отступить назад. По лимиту вообще в плюсе уже. Чар сейчас будет готов. Архоны уже из псиштурмовичков варпиться будет сейчас. Хрена себе здесь люркеров. 15 штук. 15 люры. Тучек у Суртов. У Стрэндж не успевает отменить. Просто четвертый Нексус свой потерял ресурсы. Просто-напросто на ровном месте. Сплетит своих юнитов. Будет биться с люрой. Сейчас будет бой принимать. Ну, кстати, фронт хороший сделать. Здесь много архонов уже, много зелков. И можно принять, на самом деле, люру. Стрэндж же сам вперед пошел сейчас на Суртов. Заходит хорошим фронтом. Начинает люру выгонять. Нужно блинкаться еще раз вперед Стрэнджу. Что он и делает. Еще одного люркера подрезать. Будет ли он идти в лоб? Еще одного люркера подрезать. Суртов приходит к рампе. А нужно ли Стрэнджу вот так вот наламывать сейчас? Архончик танкует очень неплохо. Сбоку гидра. Здесь расплитил великолепно юнитов своих. Сталкеры стоят очень хорошим фронтом, но плетки очень сильно помогают. Обсервера подводит Стрэндж. Куда ты сейчас... Суртов может фокуснуть, но Суртов не фокусит обсервера. Это минус Суртов. Стрэндж просто красавчик. Хорошего убивает сейчас игрока. В бу один и пройдет дальше. Против лейзера будет биться он сейчас. Пытается Суртов тут с рампы как-то отбиться. Покидает игру. Аж пригорело. Что-то сегодня день горения у всех. Бывает. Ну что, ждем еще игру. Ну что, и лейзер там дальше будет.
Так, Блачик в игре. Стрэнджа ждем. Привет всем, ребят, кто недавно пришел. Сейчас сетку посмотрим, ребят, секундочку. Так, Акира, какая твоя миссия завершена? Не понял. Ну что, если Стрэндж будет побеждать, у него тут сплошные зерги дальше идут. Причем даже вот здесь вот весьма вероятно будет зерг. Но ему нужно будет сейчас Элейзер одолеть. Убитель Нерчогуру. И теперь Нерча хоть горит, хоть не горит. Я официально стримлю. Снизу корейцы за всю сетку заполонили. Кин Апокалипс, Гидра здесь идет. Но они друг друга поубивают. Останется только один. Револьвер проиграл Соло. Соло уже проиграл Соулу. Ну, к нам шара очень много зергов здесь, конечно. Ну, посмотрим, не только зерги, возможно, будет. Все, Стрэнджика продвинули к лейзеру. Будем врываться сейчас туда. Ну, часть игроков выбыла, часть еще бьется. Пока что есть именно за нашими, за кем последить. Ну, так как серия официально, в принципе, стримы GoFOSK. Спасибо ESL. Вот. Можно особо не париться в игру. В любом случае попаду. И в любом случае до конца стрима. Не знаю, сколько турнира это пойдет еще. Ну, не думаю, что очень долго. Обычно GoFOSK в последнее время недолго идет. Ну, а потом... Пойду диван собирать домой. Чё-то пока ни хрена не начинается. Мем про очки. Да не будем. Это дело прошедших, давно прошедших дней уже. Thank you.
Ну что, ждем начала. Стрэндж против Лейзера. Одного сильного уже очень зерга одолел. Стрэндж это был только что сортов. Посмотрим, что будет с Лейзером. Один из польских. Польской плеяды зергов такой. Где правит балом Нерч как раз таки. Вот, издавна уже. Но есть такие подрастающие товарищи, как ребята, гуру, товарищи, ребята. И Лейзер гуру, может быть, кто-то еще, кого я не помню. Ну, в Польше всегда StarCraft был еще с первого StarCraft популярен, поэтому ничего тут удивительного нету. Тот же Мана еще в первый StarCraft играл. Я как понимаю, это еще Бо-1 стадия. Да, тут если в следующую попадет, значит, там уже Бо-3 будет. Руины Эндиона. Карта. Так, что там на ее? Так. Какие-то штуки. Скидывают мне тут. Чатики. ГЛХФ, ГЛХФ друг другу пишет. Ну и Лейзер много раз на наших турнирах играл на той же Бобролиге. Вот. Ну, Бобролигу скоро мы на следующей неделе с Пашей, я согласую, даты. Значит, не на следующую, вот она уже начнется, сегодня воскресенье. Будем пилить отборочные. Будем начинать, в общем-то. Понемножечку. Вот. Ну, когда и что именно там разберемся. Надеюсь, что и Лейзер, и Хэппи примут в ней участие. Главное, там по датам будет, конечно, согласовать, когда и что. Третья хата у Лейзера пошла. Мув. Ну, стандартно достаточно играет. Овер пролетает сейчас над Нексусом. Тифель, да. Тифель еще поляк. Ну, Тифель уже не из молодых зергов самых. Здесь Стрэндж заметил пробочку, немножко сконтролил. Сталкер бежит вперед, а так. Везет в камни уже здесь вовсю и Лейзер. Ну, Сталкер успеет, кстати, Гролингов отогнать от камней сейчас. А, нет, Стрэндж вообще не идет туда. Стрэндж сам стал камни пробивать. Причем один Сталкер быстрее, чем два Линга камнем будет уничтожать, потому что у них очень много армора. Но вообще, конечно же, у двух Лингов по безарморенным юнитам ДПС гораздо быстрее, больше, чем у одного Сталкера. Ну, ставок нет, сейчас я отпишу, может быть, на стадии такие четвертьфиналов, полуфиналов сделаю. Так, скинул ссылку. Подумают, может, что-нибудь на кибетике запилят на лишающей стадии на гоф войска, не знаю. Плюс 2 гейта пошло сейчас. У Стрэндж 3 гейта, то есть будет залетает и Лейзер. Овер с мувом уже летает. Нужно, блин, одного овера фокусить, а не по-разному стрелять. То есть они... Оба улетели в итоге. То есть можно было сталкером и сентрией по одному сфокуснуть, и может быть одного получилось бы сбить. Но в итоге Лейзер пролетает, идеально тайминг вот этих оверов видит. Здесь беллинг нест, как обычно в последнее время зерги что-то полюбили беллингов дропить. Конечно, халяву можно просто одним дропчиком игру фактически выиграть, убив
много пробок, например. Но Стрэндж летит вперед, с, интересный дропщик Зилок, Сталкер 2 СН3 сидит, сидит в призме юнита, сидят. Так, дропает Стрэндж, да, варп 4 адептиков пошел. Хорошо, королева, посмотрите, Стрэндж принимает, хотела уйти, куда пошла? Говорит Стрэндж. И начинает мейн просто шатать и лейзер. Посмотрите, здесь он ничего абсолютно сделать не может сейчас. Только беллинги могут спасти. А представьте, что сейчас варп пойдет. 2 сентри, зилок там еще варпится. Сплетанул Стрэндж юнитов своих неплохо. В итоге проблемы просто гигантские. У лейзер нам, правда, лейзер такое ощущение тоже Стрэнджу что-то дропнул там или нет. Нет, Стрэндж... лейзер Стрэнджу ничего не дропнул. Посмотрите, одним дропом сейчас Стрэндж убьет фактически оппонент своего. Сейчас может и такое произойти. Посмотрите, хата падает, нужно призму сейчас... На призму наварпить еще юнитов просто, и все будет нормально. Контроль Сентрии великолепный. Да, варп еще адептиков идет. Сентрии Стрэндж законтроливает просто круто сейчас. Нужно филд кинуть. Кидай филд-то Стрэнджик. Стрэнджик филд не кидает, но он разбирает и лейзеровских юнитов. Смотрите, королевы помощку падают. Да, варп еще будет. Сейчас филд неплохой на королев пошел. Стрэндж что-то засаживает, высаживает. На беллингов попадает сейчас не слабо. А где варп-то еще? Пошел варп, еще там сталкеры с зилки варпятся у Стрэнджа. 66-61. И лейзер просто не справляется с задачей обороны сейчас, и все. Королев нужно ловить. И ловить королев, что боишься ты, Стрэндж? Одну королеву присанул, сейчас вторую пытается убить, но зилки прикрывают королеву неплохо. Вот можно точку в этой игре было поставить здесь, на мэйне, но у Стрэнджа что-то не получается доконтролить. Просто-напросто нужно было сейчас юнитов всех концентрировать здесь и как-то от бэйнов законтролить. Но начало великолепное, я бы сказал, по потерям, посмотрите. Так, ну что, здесь у нас на третьем Никсус и Гас начал Стрэндж добывать. Плюс один делает с игры. Здесь коготь готов у лейзера. Будут ли какие-нибудь дропы? Вопрос хороший. Пока не предвидится, насколько я вижу. Ой, провал, провал. Ребятки, провал. Стрэнджу пролетает и лейзер. Вот привыкнуть пора протосам. Вот чё протосы вообще в последнее время настолько расслабились, что вообще против бейнов ничего не оставляют дома. Как так можно-то? Взрываются пробки. Сбивает овера и лейзер у Стрэндж сейчас. Ну, фотонку одну там, я не знаю, пилоны, чтобы не входили так дропы жестко. Но лимита Стрэнджа так и так больше. У Стрэнджа иммортлы делают, у Стрэнджа две фажи работают, что самое интересное сейчас. На мэйне добычу восстанавливает. Ну, фотонку вот имеет смысл ставить против бейна дропов. Почему? Потому что овер залетает, он не может гнаться за рабами, если фотонка стоит. Ты уводишь, и он вынужден дропать прямо здесь. А фотонка откликнул на овера, и все. Зерк понимает, что сейчас ему овера собьют, будет как бы, естественно, пытаться выкинуть всех сентрей этих. Так, Ксилнаги сталкер начинает шатать камни, между прочим. Стрэндж идет вперед. Гейты добавляются, 4 штуки, 4 здесь есть еще. Так, всего у Стрэнджа 10 гейтов будет. И, кстати, у Лейзера тяжелые времена наступают, я вам так скажу, ребятки. Что у него вообще есть? У него 20 счастлингов, все, ни хрена нету вообще. Наглеется еще тот. Сейчас армор будет готов у Стрэнджа. Нужно заходить еще вперед. Че сидит-то Стрэндж? Пилонов мало как-то до заказа. Нужно больше пилонов еще сейчас... заказывать, гейты открывать, варп уже большой сейчас будет, конечно, на такой варп нужно как можно больше пилонов. И лейзер сделал 8 беллингов, все, гидралисков вообще сейчас нету, вот сейчас только он закажет гидру, 10 штучек. Так, заходит Стрэндж, юнитами уже хорошим количеством пробивает, овер летит прямо на Стрэндж, взбивает сейчас Стрэндж овера, 4 беллинга минус сейчас моментально, просто до варпа идет. Нужно заходить, нужно пробивать уже. Вторая атака, конечно, не готова. Но грейды 1-1. Это хорошие грейды против того, тех, что есть у Элейзера. Залетает дроп 4 бейнов на базу, на дальнюю, на третью. Гидра, конечно, выходит. Посмотрите на лимит. Это 78 на 53 боевого в пользу Стрэнджа. Агрессивный блинк наверх пошел против беллингов. Хорошие филды ставят Стрэндж. Еще 2 филда пошло. Нужно сложить призму, разложить. Агрессивный блинк гидру не помешает здесь на мэйне.
Так, филды кончаются, но здесь уже просто лазер юнитов не хватит, чтобы убить. И даже вот этот дроп бейнов не спасает. ГГ пишет, и лазер, Стрэндж-то молодец. Минус сортов, минус и лазер. Иди сюда, всех запрессовал вообще. Красавчик, что могу сказать. Следующий раунд уже будет трибует у Стрэнджа. И Нерчо с Ханфи там бьется. Так, что у нас Нерч, посмотрим. Нерч в сети. Ну что, Стрэндж против Нерча тогда заходим. Что ж, посмотрим, Стрэндж Нерч. Блай там тоже играет сейчас против Касса, он бьется. ТЛО его уже ждет в следующей стадии. Снизу Гидра против Кина бьется. Ну что, если Стрэндж Нерча пробревает, то он в полуфинале, и там, кстати, Блай ТЛО по сетке будет на него выходить. Ну, я надеюсь, что Стрэндж способен на это. Нет, была записи нету, к сожалению. Сейчас, ребят, быстренько я звякну. Нужно позвонить.
Так, ребят, жду Стрэнджа, пока чуть непонятно, что там происходит, честно. Вот. Ну что, пишу Стрэнджу пока что, непонятно, что там происходит, если честно. Играет он там с нерчом, не играет. Блай, кажется, с Касом только что доиграл. Так, говорит, что молчит пока. Нерч, Стрэндж. Так, посмотрим, сколько там мне места. До первого места осталось моей этой. О, уже почти штучка очков набрана. Ну что, скоро на первую. А с первого уже можно в ГМЛ будет выходить, я думаю. Надо будет поиграть еще. Короче, не знаю, но я жду именно этого матча, потому что ПВЗ все-таки. Стрэндж против Нерча. Давайте сетку пока делать нечего, глянем. Продвинулась она уже далеко вперед. Кас Блая пробрил. Офигеть просто, посмотрите. Кас ТЛО будет, Кас четвертьфинале. Блай слил, но сейчас получается, что... Что получается? Надежда на Каса и на Стрэндж. Не знаю, насколько у Каса много шансов пробрить ТЛО, но если пробрил он... Блая, то значит есть шансы это ЛО пробрить. Ну вот у нас четвертьфинала, вы видите. Становясь Нерчка, Асталово, Соу еще не определился, оппонент у него Снут либо Синин будет. Здесь Гидра скинут снизу, корейцы идут. Короче, ждем чего-то мы.
Так, привет, Миш. Всем привет. Коронованных много смотрю. Так, захожу в Стрэнджа. Так, спрашивает Нерч про задержку. Задержка есть, ждем поиски стрима и будем начинать понемножечку. Может, это ЛО тогда втащит касс, но если втащит, то ЛО вообще замечательно будет. А особенно замечательно, если Стрэндж втащит Нерча почему-то, а просто будет СНГ полуфинал, и кто-то будет точно в финале. Вот. Но это будет очень непростая задача, как и для Акаса, так и для Стрэнджа. Абсолютно точно. Но я в игре, ждем мы польский его стримера, насколько я понимаю. Где он, я не знаю, находится. Когда финал, ты можешь заглянуть в сетку, и ты увидишь, когда финал. Там есть же все, вся информация необходимая. Сейчас четвертьфинал еще только. Нет чего против Стрэнджа. Что, ждем? И еще раз ждем. Ну, а вам я напомню, что можете поддержать меня и мой канал, естественно, по реквизитам в описании или через плеер, отключенным отлоком и подпиской на премиум. Сегодня гоф ОСК у нас, больше особо ничего сегодня нет, насколько я вижу. ФП я тоже катать не буду, почему? Потому что... Есть у меня дела, приехал диван, наконец-таки последний, который мы заказывали. И сегодня я буду отверткой крутить, так что походу все пальцы себе разбомблю. Мозоли будут. Хотя отверточку поудобнее купил. Может, шуруповерт надо было сразу. Ладно, так, отверткой поинтереснее.
Так, долго ждали мы дух появления хоста. Сейчас ждем, на хосту сидит. Блин, как же долго они начинают, это жесть какая-то. Помимо стримов, где я работаю, в Старк ФП катаю, и где Старкрафтом все связано. Раньше уроки как-то проводил, когда люди писали, сейчас что-то некогда уроками заниматься, честно говоря, только стримлю в основном. Посмотрим, что дальше будет, конечно. Ну что, бой 3 у нас. Нерч против Стрэнджа бьется. Храм во льдах первая карта у нас. Привет, Клаудиус. Семнадцать рабов на мейне у
Нерча сейчас одного дрончика, видимо, на вторую переведет. Стрэндж проезжает на разведку. У Стрэнджа гейт Нексус кибернетчика бил. Стандартный был, пилоны на майне пошли. Начинает газ добивать. Здесь все прекрасно веет. Здорово, окей. Мув заказан лингом сейчас. Здорово, Ильюв. Да не, да, Юр, не надо там разводить срач лишний. Просто кто лудит там про всякие адвоки и агитирует, просто бани все как бы. Ничего это спорить там как бы что-то. Ну. Кто как хочет, тот так и делает, но позицию свою там заявлять, писать что-то как бы здесь не нужно. Привет, разведчик. Так, добавляю два гейта, Стрэндж. Пилончик будет здесь. И, кстати говоря, да, вот просто не всегда эти. Вот на этой карте реально одна из немногих карт, где камни действительно мешают нормально, блин, застройку здесь делать. Но для того, чтобы застройка была нормальная, в общем-то, поставлено, просто не пробивая камни, чуть вперед гейт выдвигается и пилон вот здесь ставится, как Стрэндж делал. В итоге, так, залетает Нерч, Даркшрайн палец сейчас. Спорок нигде нет, а как Стрэндж собирается Дарков привести сейчас к Нерчу, вот я единственное не понимаю. И почему, если ты выходишь в Даркшрайн, ты не построил сталкер? Все, элементарно поставить здесь сталкера, сбей овера и все. Зачем два адепта? Построил одного на разведку, второго сталкера и все. Среди теней. Я выхожу из тени. Так, сбивает Стрэндж-овера. Третий Нексус ставит. Ну, кстати, просто дарками прикрывается, в общем-то. Прикрываясь дарками, просто-напросто... Игра возобновлена. Забирает Стрэндж третий Нексус. У Нерча там Роуч Ворон, у Нерча Лэйр пошел. Ну, кстати, хорошо, пока Стрэндж развивается, смотрите, парабан в плюсе, по всему плюс еще Ови разбил. Ови разбить вообще неплохо сейчас зашло. Так, иллюзия полетела вперед. Да, бенды можно запилить, забываю я постоянно это сделать. Ну вот у Стрэнджа третий гид и первый контролец юнит и второй мазеркор. Здесь у Нерча хата, в основном третьей королевы. Копится роучи, кажется, собирается Нерч тупо на роучих проатаковать. Посмотрите, он не строит рабочих, это врыв на роучих с мувом. Ну, должны быть филды, должны быть иммортлы у Стрэнджа. Иммортл один точно будет, и филды будут. Нужно принять просто нормально. Я здесь.
среди теней. Слияние совершено. Ступаю в бой. Ну что, идет Стрэндж вперед, нужны филды обязательно здесь. По фаербулам ходить абсолютно не обязательно сейчас Стрэнджу. По экономике в плюсе в невероятном Стрэндж находится. Здесь на Ксилнаге, кажется, там Дарк погиб. Я не понял, что именно там погибло сейчас. Иммортлы строятся новые. Чаржа нет у Стрэнджа, зато есть блинк. Гейтов очень... Так, гейтов добавляет Стрэндж сейчас, но... Поздновато как-то он добавляет. Но 5 гейтов есть, вар в принципе неплохой у Стрэнджа. Единственное, сейчас нужно выдержать будет прессинг. Но почему именно доварпливаются зелки? Я вот единственное не понимаю. Посмотрите на боевые лимиты 108 на 60 в пользу нерча. Вот. Пошла атака. Оверчарж Стрэнджем выставлен. От фаерболов уклоняется. Правда, на адепт сейчас фаербол попал. Это было не очень приятно. Ну, кстати, Аркона очень сильно помогает здесь отбиваться. Еще нужно оверчаш один ставить, Стрэндж, он ставит оверчаш, сейчас два гейта у него могут погибнуть в ближайшее время, но есть энергия зато на оверчаже новенький. Еще 4 реваджера нет, сейчас сделает, плюс 2 и чаш практически готовы у Стрэнджа. Есть призма, можно разложить призму сейчас, принимает Стрэндж бой, филдов особо еще не наблюдаю, фаерболов очень много пошло. Оверчаш на пилоне сейчас решает очень сильно, зилки доварпливаются, помогут ли зилки сейчас Стрэнджу, не уверен. Зилков достаточно много, сталкеров нужно идеально, блин, контролить сейчас. Блин, фаербол сбривает сейчас Иммортла, вот это было не очень нужное для Стрэнджа момент. Зилки вгрызаются в реваджеров, сейчас фаерболов нужно уворачиваться, Стрэнджу не получается идеально это сделать. Даварп нужно на хайграунд, видимо, не на хайграунд, а в третьей базе делать. Сталкеры уходят на хгшечку. Даварп, даварп дарков сейчас спасает Стрэнджа. Пока на несколько секунд, и по лимиту Стрэндж пока держится. Нужно отвести дарков, нужно их срочно, срочно отвести. Стрэндж, дарков нужно, блин, нерч охренел, он даже не уходит. Сейчас особо нужно, нужно архонов из дарков делать. Даварп еще с энтри зилков идет. Архончик сейчас будет готовы, филды будут. Один иммортал забыт Стрэнджем около второй базы, кстати говоря, в данный момент. 110 на 136, и если Стрэндж сдерживает прессинг, то у него все замечательно становится. От фаерболов сплитится идеально практически. Молодец, Стрэндж. Нужны филды новые ставить. Где же филды, Стрэндж? Так, Иммортлов подвез. Архончика подвез сюда. Контроль неплохой. Сентрей очень неплохо здесь прикрывает. Стрэндж 112-104. ГГ. Шечка. Великолепен что-то сегодня Стрэндж прямо. Так, Юр, не разводи никак срач по этому поводу. Пишет какое-нибудь чмо там про отблоки всякие и так далее. Бань сразу и все, как бы. И все. Чтобы ни у кого даже не было желания никакого там что-то там писать. Молодец, Стрэндж. 1-0 против Нерча. Стремится к полуфиналу хорошими темпами. Там, возможно, будет ТЛО. Возможно, даже Касс сможет ТЛО одолеть. Это будет хорошо.
Ты не воспитаешь ты там нигде никого. Успокойся ты. Да и на самом деле сейчас как бы с рекламы-то заработка нет почти, но все равно это не значит, что да, ну, разрешено прям писать как бы про это там и рекламировать его. Вот. Ну, в любом случае, когда-то ситуация с рекламой может и наладиться, но если она вернется к ситуации двухгодичной давности где-то, то это будет чудо, конечно. А тем более, еще более ранее, потому что раньше, конечно, реклама это основное вообще был доход, по крайней мере, у меня. Сейчас совсем нет. Ну что же, Стрэнджик ведет. А, 1-0 надо поставить. Руина Индиона, следующая карта у нас. Здесь Стрэнджик неплохо через призму, кстати, играет. Ну что, разведывает Стрэндж, видит, что происходит. Ну вот гейт Нексус опять же играет, ну вот ведешь 1-0, сыграй ты Нексус первый. Ведь умеет же Стрэндж Нексус первый играть, чего бояться-то нерча? Так, пошел буст на гейт, сталкер бустится здесь. Так, ребят, прошу прощения, сейчас я забыл кое-что. Ну ладно, сейчас игру досмотрю, уже в паузе позвоню, мне просто перезвон был от человека. Третью хат не считает, мув почти готов, здесь Стрэндж начинает камни бомбить. 4 линга забегают. Нескарилти поддержал ваш канал на сумму 666 рублей ровно. Давайте без пригаров, красивое число за красивую игру. Спасибо, Нескарилти. 666 это опасное число, я бы сказал бы. Спасибо тебе за поддержку. Сегодня одни красивые числа залетают, я смотрю. Залетает овер, Стрэндж его убивает сейчас. Добавляется 3 гита на второй базе. Третьего Никсу у Стрэнджа пока нету. И прекрасно это, я думаю, видит Нерч сейчас. У Нерча нет роуч ворона, а Стрэндж, между прочим, уже убивал сегодня одного игрока таким вот врывом. Призма улетает. Прилетает Стрэндж к Нерчу, но не ждет двумя королевами, между прочим, на мейне эту призму. Пошел до варпа адептов сейчас.
Адепты Варп очень хорошо переводится спорка, но здесь можно прохарасить, так же как и Стрэндж и Лейзера очень неплохо навалил дэмэджа на этой карте. Также и Нерчу Стрэндж навалит очень немало дэмэджа. Здесь контроль начинается, призма. Нужно центрей забирать, улетать, пытаться. Стрэндж, зачем же ты призму-то отдал? Ну ёпара СТ. Ну посмотрите, сколько дронов погибло сейчас. Очень много погиб. 16 дронов у Нерча погибает. И между прочим, это может быть критическим дэмэджем для него. Сейчас Твайлайт плюс Фаржа добавляется. Сейчас просто нужно строить имморталов. Вот призму абсолютно не обязательно было отдавать. Абсолютно не обязательно было сейчас призму отдавать Стрэнджу. Не отдал бы призму, было бы вообще замечать. Так, с энтрями контролит камни. Сейчас Нерч уже камни начнет бомбить с энтрями. И пошел выход Спайра. Вот к Спайру Стрэндж вообще не готов сейчас. Вот в чем проблема. Очень большая для него. Но если он подготовится, если он, например, построит сейчас... Хотя тут и без Таргейта можно, кстати, сейчас ворваться просто с делками еще раз. И неплохо навалять дэмэджи. Ну куда ты прям через лингов-то летишь, Стрэндж? Ну нахрена это? А. Полети понизу, блин, нормально. Нет, лети через лингов. Ну зачем так откровенно-то делать? Можно сейчас убить просто было Нерча. Смотрите, ну конечно, Нерч же не тупой, ё-моё. Он, блин, хороший очень игрок. Он внимателен, прилетел просто и сейчас отобьется легко. А так можно было бы ворваться неожиданно, просто нанести хороший дэмэдж. Так, призма здесь рядом летает, пилончик на камнях стрэнштает, блинк делается, плюс один делается. Но до варпа нету у Стрэнджа достаточно сейчас. И вот сейчас Спайр может зарешать, что у Нерча... Так, а сколько он? Ну, Талис, кстати, слишком много не сможет заказать. Так, призма опять же на мэйне. Ну, плюс один у узелков, правда, нет. Но если бы Стрэндж вот так вот скрытно бы призмой отлетел снизу, мимо спорки, вот сюда бы подлетел... Варп бы еще зелков бы прошел, вообще бы могло бы быть все замечательно. Пошел еще до варп 4 зелков от Стрэнджа. Собирается он ворваться, 8 зелков, а там лингов все 17 штучек. Все, больше ничего абсолютно у Нерча нету. Зелки заходят, начинает Стрэндж бомбить или не начинает. Так, прямо к третьей хате заходят сейчас зелки. И у Нерча проблема начнутся сейчас. Причем очень серьезная. Так, зелки на халде, минеральный линистед. Королевами пытается Стрэнджу покуснуть призму Нерч. Нужно еще варпануть зелков, что и делает сейчас Стрэндж. Ну, королев очень много приходит. 13 муталисков, мутки Стрэндж не готов абсолютно сейчас, и это очень печально. Но барабан зато в плюсе. Фотонов очень много сразу на мэйне добавляет. На третьей базе сентри пошли, сентри очень много. Но призма будет уничтожена, и это печально, потому что призма могла бы сейчас... Можно было бы резкий выход сделать с варпом, вот эти камни пробить, например, понизу выйти. Так, у Стрэнджа много сентрей, все стягивает ко второй базе сейчас. Пилоны добавляются на второй, на третий сталкеры будут. На мэйне 4 фотонки Стрэндж добавлять. Видит, куда летит. Пользователь Anonymous228 активировал премиум на ваш канал. Так, и принимает муту Стрэндж. Экономика хорошая у Стрэнджа сейчас, ничего не скажешь. Нужно призму ставить просто сейчас и пытаться принять сталкер. Так, видит муталис, Стрэндж, верчаж пошел. Еще одного муталиска минус. Ну, пока оборону держит очень замечательно Стрэндж, причем... Нерч муту масить не собирается, а масить муту для него было бы выходом сейчас. И вот сейчас можно Стрэнджу сделать врыв, очень неплохой было бы, но посмотрите, как идеально от мутки Стрэндж отбился. Нерч летит, сентри подставляются, блин, под муталис, как неприятная ситуация, 4 сентри. Куда Стрэнджу-то, вот я не понимаю, зачем он столько сентри варпит, единственное не могу понять, куда? Так, камни пока не прибивает. Призмы как не было, так и нету. На вторую базу ворвался, ни одной фотонки нет. Даркшрайн Стрэндж делает. Зачем Стрэнджу Даркшрайн, сейчас не могу понять. Лимита боевого у Стрэнджа больше. Так, сталкер видит муталисков сейчас. Стрэндж подблинкивается. Одного муталиска пытался сбрить, не сбрил. Выход идет очень сильный, нужно все вперед брать. Призму бы вовремя бы еще взял, было бы замечательно. Через 16 секунд уже будет готов, между прочим, грейд плюс 2 на атаку. Стрэндж всех муталисков сюда приводит. И Нерч нормально в размен даже пойти не может, что самое интересное. Потому что у него только мутка сейчас
Люры нету, Стрэндж тянет время. Ну что время-то тянет, Стрэндж, я не понимаю. Иди вперед уже, принимай бой, ну наконец-таки, ё-моё. Ставь точку в этой игре, сейчас там люры он наделает миллиард просто. Ничего не сделаешь в итоге. Так, призму нерч ловит сейчас. Ну вот, посмотрите, стоял-стоял, дождался, пока призму примут. Ну что за дела? Так, муталисков Стрэндж подрезает, блин, кажется. Муталисков развалит, очень хорошо. Филды пошли против флингов, замечательно. Все равно Стрэндж в лоб убивает нерча сейчас. 132-122 по лимиту. Это 100% ГГшечка сейчас будет. Так, двух люркеров подрезает Стрэндж. Два успели вкопаться сейчас. Нужно заблинкиваться на мейн. Нужно проходить мимо люры. Нерч там, ё-моё, нерч в ряд сейчас флеш вот такой наносит дэмэдж. Ну, нерч... Уйди же, Стрэндж, отсюда. 98-83 по лимиту. Сместись на дальнюю базу. Обсервер сейчас прилетит. Ничего страшного, что там два люркера. Там, правда, три плетки есть на дальней базе сейчас. Заходит Стрэндж. Ну, посмотрите, ну... сейчас намасит юнитов просто нерчи. Будет печально, если Стрэндж не продавит именно здесь и сейчас. Почему? Потому что... Так, смещается к четвертой хате Стрэндж. Гидралиска подрезает. Тут он заметил, что четвертый есть. Плюс три делает. Так. Анонимус 228. Спасибо, что смотришь. Приятно, что люди смотрят из армии. Есть у нас и летчики, танкистов пока не знаю, не было. Но очень рад и уважаю всех военных. Спасибо тебе за внимание. Полетела призма вперед. Нужно камни пробивать, нужно добивать. Ну что Стрэндж отпустил? Зачем затягивать так, я не понимаю. Хотя тут плюс 3 уже делается, у нерча даже грейда ни одного нету. На самом деле все здесь замечательно для Стрэнджа. Есть у него архивы темпларов вообще? Нет. Вот это ошибка. Конечно, не из дарков нужно здесь сливать архонов, а из темпларчиков, хай-темпларов, из штурмовичков. Нужно заходить, нужно добивать уже нерча, пока он там люры миллиард не настроил. Через верх что можно зайти спокойно, абсолютно. Здесь ничем не прикрыто, кстати говоря, эта база. Что можно развести на мейн, наварпить юнитов нерчу. Нужно идти атаковать, нельзя бегать взад-вперед сейчас вот так вот. Архива темпларов заказано, пилонов нужно побольше Стрэнджу пилить. Вот на второй базе, например, фотонка бы ему не помешала бы. Пилончик ставится, он ни в коем случае не затягивает сейчас, ни в коем случае. Так, залетают муталис. Три штучки осталось живых. Нужно принять наконец-то этих трех муталисков. Ну, нечего Стрэнджу. Ну вот одну фотонку здесь поставь, все, она не будет, это мута напрягать тебя. Нет, Стрэндж в упор не хочет прям эту фотонку ставить. Плюс 3 сейчас будет грейд готов. Сколько у него чали урэ штук? 10. Вот можно на третий камни пробить, ворваться. Да куда угодно там можно ворваться, на самом деле, сейчас. Так, мне даже денег нигде не оставил вроде. Зачем тебе? Так, пошел товар. Урыв на четвертый никс пошел. Ё-моё, но если Стрэндж в лоб поломится, это будет печаль. Там миллиард просто люркеров. Давар зелков идет, а Стрэндж, сейчас Стрэндж приходит отбивать базу дальше. Ну вот я, конечно, то есть очевидно, что у Стрэндж такое преимущество, которое очень тяжело будет отпустить, но я беспокоюсь все равно за Стрэнджа, потому что доводить такого не обязательно было. Верчажами мутку отбивает последнюю Стрэндж. Здесь врыв идет на люре, нужно принять бой просто с люрой и не париться вообще Стрэнджу. Так, два гидралиска сбривают обсервер. Ну здесь есть еще обсерверы. Зачем пустил сюда люру? Ну, Стрэндж, ну ёпар, СТ. Ну вот, начинает нерч шатать на ровном месте, блядь. На ровном месте, а? Неужели нельзя взять просто и выиграть? Взял четвертую базу, отдал. Нам она настроил масс люру, сейчас нужно темпестов просто. Ну, уже, теперь уже, я не знаю, в лоб-то с ней тяжело драться. Просто флитбикон, темпестов каких-то запиливают. Четвертую базу, вот он где занял в итоге. Ну, чё бегал взад-вперед, хрен его знает. И
идет Стрэндж вперед. Люркеров миллиард. А Аптерри где-то сзади. Вот, пожалуйста, вот как игры отдаются, называется. Неужели сейчас Стрэндж умудрится проиграть такую игру? Тут уже гриды появляются у Нерча. То есть. Ну вот эта дичь в лоб наламываться тяжело просто. Версиру как полетели призмы на мейн развести. Не знаю, что-то нужно предпринять, но ни в коем случае не в лоб драться. Вижу, что два роба и роба Бэй добавляются. То есть, так, три роба у Стрэнджа будет. То есть он хочет дестабилизаторов побольше настроить. Еще шесть люркеров. Нерч собрался просто масс люрой. 20 плюс люркеров будет сейчас у Нерча. Если Стрэндж, например, подпустит Нерча вот сюда, вот ко второй базе к своей, это практически может ГГшечку для Стрэнджа обозначать, потому что он не сможет в лоб драться нормально. Так, Зилок выходит на хайграунд сейчас, видит Стрэндж, что люра врывается. Дестабилизаторов по три штучки уже строятся у Стрэнджа. Так, подблинкивается, люркер одного фокусит, назад отходит, нужно тянуть как можно дольше времени, время сейчас. Оракула не обязательно отдавать. Нужно, чтобы он жил. Так, здесь роботиксы. То есть Стрэнджу ни в коем случае нельзя дать выбить продакшн дестабилизаторов. Зайдет нерч, выбит, все, пиши пропало. Дистанс майнинг начинается уже. Сейчас вот первый дестабилизатор готов. Залп! Хороший залп. По люре проходит. Второй дестабилизатор здесь есть. Нужно стрелять сейчас по нерчу. Что Стрэндж и делает. И третий дестабилизатор здесь есть. Тоже стреляет по нерча люре. Нерч подходит вперед. Фокусит Стрэндж сейчас уверсиров, полимит немножечко проседает, Нерч уже вперед, понимает, что ему ждать здесь абсолютно нечего, у моря погода. Еще выстрел, ой, хорошо, как прямо 4 люркера дэмэджится, заходят дарки сюда, и Стрэндж все-таки в макро берет эту игру, 122 на 110 или не берет еще. Еще пока не берет, но уже близок к тому, чтобы взять. Так, сейчас мама пришла. Секунду. Жизнь за... Так. Из деревни с чарликом приехала. Ну что, ребят, продолжаем Стрэнджа смотреть. Идет вперед, кажется. Отключил я звук у себя. Будет наламываться на нерча. Будет вытеснять его дестабилизаторами по чуть-чуть, абсолютно верно, я считаю решение. Плетки, посмотрите, какие в мясо демеджены уже. Ревелейшн пошел по люре, нужно ли так лезть? Не нужно Стрэнджу лезть, здесь забегание, посмотрите. Дальняя база ничем не прикрыта, но что за ошибки, что за провалы ужасные такие, ё-моё. Просто приходит нерчи на халяву, убивает четвертую базу, Стрэндж ничего с этим сделать не может сейчас. Два люркера минус, Архона нужно прикрыть, дестабилизаторов сейчас обязательно. Иммортала добавляется, просто на ровном месте взял базу, отдал сейчас. Стрэндж, развернись ты, убей лингов. Законтролился здесь против люры Стрэнджик. Нужно отступить сейчас. Ну и куда ушел-то? Четвертую нужно убивать. Все, ресурсов нет. Вот сюда дистанс майнинг нужно начинать и убивать просто нерчу там четвертую. Так, нерч заходит уже, Стрэндж разворачивается. В центре нужно поймать вот эту гидру всю. Оборзел совсем, ходит прямо и наглеет нерч. Так, смещается нерч, принимать пытается зелков. Не так-то просто это сделать. Где Ревелейшн у нас был? Ревелейшн, я не знаю где. Лимиты уже Стрэнджа меньше, боевой абсолютно одинаковый. Четвертый Нексус берет, и Нерч пошел шатать Стрэнджа сейчас. Стрэндж куда-то наверх пошел. Куда ты идешь, Стрэндж? Остановись, ё-моё. Все, здесь пробочки, нечем отбивать абсолютно. Отводить Мазеркор нужно. Мазеркор Стрэндж не отводит. Отдана игра. Все, ГГ, пишем, выходим. За базой, которой нет, просто ходит Стрэндж сейчас, когда его убивают. Ну что за, блин, идиотизм-то? Ресурсов много накопилось, реально. Ну дестабилизаторами, ну стрелять по люре стационарно. Ну что бегать-то взад-вперед, блин? Просто меня морозит такая вот тема. Сейчас он накопит, у него-то добыча есть, он сейчас накопится просто дико сейчас. И все будет не отбиться просто. Чего Стрэндж ждал, летал всю игру, не пойму вообще.
Сейчас еще дестабилизаторы выйдут. Нужно идти просто и драться. Все, что нужно. У тебя нет добычи. У тебя армия уже не увеличится. То есть нету смысла здесь. Нечего ждать. Нексуса нету. Чуть потерялся Стрэндж вообще напрочь сейчас. Иди да выбивай его просто. Ну стреляй. Ну, контроль есть. У Стрэнджа замечательный контроль. Иди стреляй просто по люркерам. По гидре, по всему стреляй. Так, пошли выстрелы. Так, минус люр. Да просто дестабилизатор вперед вывести и все. Так, залп пошел. Ядра чуть подбревает. Микоз здесь абсолютно не страшен этим дестабилизатором. Вот, вот такие выстрелы нужны. Вот такие выстрелы нужны. Так, здесь Дарк бьется с лингами. И Стрэндж убегает всеми. И Стрэндж всеми убегает. Куда ты убегаешь? Ну, пожалуйста, ну начинай ты стрелять. Ну, что ты стоишь на месте сейчас? Ну, минус Оракул, пожалуйста. Ну, все. Нерв чисто на опыте тащит вот таких вот бегателей. Да подведи ты архонов поближе, подойди уже. Блин, ну просто я вот смотрю, когда такое. Ну вот как можно такие игры сливать? Сам, конечно, сливал, когда играл. Но... Блин, неужели Стрэнджу непонятно, что нужно вперед? Просто, просто идти вперед. Сейчас здесь база золотая начала добываться у Нерча. Он просто не попадает. Он тянет время, это ГГ. Сейчас будет. Хороший врыв дестабилизаторов от Нерча сейчас был. Ну, брав, часть юнитов теряет. По лимиту Стрэнджа по боевому все еще нормальная ситуация. Еще Оракула строит. Нужно больше ревелейшна сейчас. Абсолютно больше, намного. Так, подходят архоны, дестабилизатор стреляет. Конечно, тяжеловато это все законтролить, но что поделаешь. Сейчас пару гидралисков срезал. 101-126. Нексус Стрэндж сейчас возьмет. До сих пор все нормально. Дестабилизаторов начинает строить. Обсервера, ну одного подведи ближе, чтобы видеть, сейчас, чтобы вижен давался. Оракул подлетает, чуть Оракула сейчас не слил. Так, два гидралиска Нерчуч подрезает, еще выстрел пошел. Еще гидралиск минус. Вот так вот по чуть-чуть и надо сбивать. Меня сейчас просто бомбанет реально, если Стрэндж проиграет эту игру. Три дестабилизатора еще строят сейчас. Да ближе подведи ты. Ну, четыре гидралиска смешных пытаются развести здесь. Ну, четыре штуки. Четыре всего. Сейчас больше стало, конечно. Так, выстрел в люру пошел. Одного люркера Стрэндж сбивает. Какие от них мерзкие останки остаются от этих люрков. Пошел зарп. Нет, понимает, что ему нужно биться. Хороший выстрел сейчас был. Обсервера Стрэнджу сбивает нерв сейчас. Ну, вот что, зачем? Просто новейший Нексус подбревается. Стрэндж ничего не может сделать. Какие-то выстрелы из дома идут. Дальним стреляет. Ну, ё-мо, потерялся Стрэндж. Просто потерялся сейчас. Все. 78, 128, 8 рабочих. Да все, иди контроль. Да 8 рабочих у тебя, ё-моё. Иди стреляй все вот этой хренью. Больше здесь делать нечего. Чуть тянул времени. Так, выстрелы пошли. Ох, как сейчас прижгло Нерча хорошо. Лимита больше, Стрэнджа сразу же становится. И что ушел? Ну, ждет, пока закэдэшится дестабилизатор. Линги новенькие строятся. Архона назад отвести, ну, вот этого, у которого полей нету. Все, назад увел, пусть регенится сейчас. Армии поближе к дестабилизаторам надо стоять обязательно сейчас, чтобы... давать им возможность. Ну, Стрэндж теряет драгоценные секунды просто. А, о, уже вайпер. Ну, все, это ГГшка. Пишем ГГ, выходим, называется это. Такую игру отдать. Какие Нексуса к чертям собачьим? Ну, какие Нексуса, ё-моё. Да убить в лоб давно уже надо. Было уже 1000 лет. Ну все, пошел Стрэндж на клике вперед, минус Стрэндж. 1-1. Такую игру слить, просто дичь. Просто дичь, такую игру отдать. Это что-то.
все, теперь Нерча будет тяжело остановить Стрэнджу. После того, как такие игры он отдает. Так, куда я врываюсь? Не туда. Не туда. Так, ребят, мне позвонить надо, подождите секунду, забыл я совсем, жду пока хост. Так, начинается третья решающая нашествие карта. Блин, какую игру Стрэндж? Просто на оклики. Иди убей на оклики, просто не бегай. Что-то начал строить, каких-то дестабилизаторов, какую-то хрень вообще. Вообще там до дестабилизаторов 5000 раз эта игра была выиграна. Но Стрэндж решил, что простыми путями лучше не идти. Вот. Начал сражаться, и то вот. Дестабилизатор эти есть, но проблема дестабилизаторов, ими нужно идеально отыгрывать. То есть, а как идеально? Ты должен стрелять по КД ими, все, как бы. Патрон есть, сразу стреляешь. Идеально чувствовать расстояние, то есть, а вот на 6 часах эта битва была, если бы Стрэндж просто тупо встал, забил бы уже на эти базы, бы как бы там дистанс майнингом направил бы рабочую пару зилков, да там дарка оставил бы и все. Пусть они там добывали и тупо стрелял бы, сконцентрировался на этом, он бы просто выиграл бы. Вот, записи отборов на DreamHack не будет, потому что это был рестрим. Что за лай тут, а? Чарлик, иди сюда. Приветствую всех еще раз, ребят. 17-я хата Гаспул у Мерча. Карты, еще позиции, респы такие неудачные у Стрэнджа на последней карте. Какие тут вот эти респы с Зергом, это просто ужас на этой карте. Но уровень Стрэнджа мне нравится, я не знаю почему. Ему надо как можно больше сейчас играть, начинать просто и брать ВЦС и нормально отыгрывать. Он пробивает сортофов, элейзеров, нерчей, блин, это лучшие игроки на данный момент. Просто нужно просто стабилизировать уровень, чтобы без сюрпризов это делать постоянно. Как бы. И все будет замечательно тогда. Все у Стрэнджа для этого есть. Ну, кстати, в последней вот этой игре Стрэнджу, то есть... Если Стрэндж хотел сыграть именно пассивно, то есть Стрэндж ни то, ни сё делал. Он ни окликом не шел, ни рча не убивал, ни занимал базы новую. Если он хотел игру сыграть более надежно в макро, ему нужно было что сделать? Ему нужно было просто встать, занимать верхние респы, которые вот в левом верхнем углу были там вот,
армии, просто прикрывая их, и прикрывая врыв на вторую базу от Люры. И построить просто один старпорт был, флит бикон плюс второй старпорт, просто. Строим темпестов и все. Штучки 4, хотя бы их было, да даже 2 штуки. Они бы уже бы нерчуба не давали там нормально жить бы просто. Пробочку прикрыл, молодец, там же пилончик ставит. Так. Минус линк один. Ну, тут несколько лингов вперед бежит. Нужно закрывать рампу сейчас. Не рампу, проход уже. Ну, все, закрыл. Стрэндж, линги уже не смогут ворваться. Это хорошо. Овер пытается залететь. Так, что увидел Стрэндж? Третью хату Стрэндж пока не видел. Но я вижу адептов сейчас, скорость атаки. Я вижу Дарк Шрайн у Стрэнджа. Кстати, Нерч играет по старинке, что называется, без мува овером раннего. Рассчитывает на свое чутье. А чутье, в плане чутья, конечно, Нерчу нельзя отказать. Он очень такой опытный игрок. 44-41 по рабам. Девять роучей заказывает Нерч сейчас. Это какой-то пуш будет, кстати говоря. Лейера-то нету. Ой-ой-ой. Если это будет пуш из-за Нерча, лучше расклада-то просто не придумать для Стрэнджа. Почему? У него Даркшайн уже сейчас будет готов. И с этими как раз-таки Дарками сможет хорошо очень Стрэндж напрягать. В последнюю секунду залпом просто адептики минуснули сейчас Линга. Мазеркор висит. Здесь, кстати, Линги есть, которыми нечего делать еще. 2-4 Линга еще заказывает Нерч. Стрэндж заходит адептами. Эскейп жмет, не телепортирует их вперед. Видит двух роучей сейчас Стрэндж здесь. Даже больше, чем двух он видит. 8 дронов, что еще, кажется, нет, что-то понял сейчас. Он решил, что не будет пушить, он заказ флеер и дронов. А, он видит, что третьего Нексуса просто нету и не спешит вперед идти, в общем-то. Так, адепты прямо, не, в лингов не будет Стрэндж телепортироваться. Правильно делает. Значок сообщений, к сожалению, не убрать на интерфейсе на геймхартовском, но помимо геймхартовского ничего использовать не себе. Ну все, это минус Стрэндж. Адепты отданы. Здесь уже очень тяжело что-либо будет сделать. Посмотрите на лимиты. Просто двукратное преимущество по боевому. И Нерч, вот в чем ему не откажешь, он понимает, как обузить такие респы и такие карты. Все, он не собирается что-то там сидеть, какой-то макро строить. Он будет пользоваться окликом, чем в прошлой игре не воспользовался Стрэндж, имея гигантское, просто гигантское преимущество. Это мягко сказано, что оно было гигантское. Так, да, варп еще сталкеров идет. Хотя, в принципе, у Стрэнджа боевой лимит есть, как бы, да. Он понемножку выходит на Нексус на четвертый. Гейтов у Стрэнджа 5, не так уж много. Второй робо скоро заработает. Но второй робо может, конечно, Стрэнджа спасти. Так, блинка нету. Минус сталкер, минус пробка. Ну, пожалуйста. Невнимательность. Минус юнит. Ну, зато линков отдаст сейчас. Нет всех этих. Ну, в принципе, за сталкера отомстил здесь. Ну, здесь пуш пойдет. 93-130 по лимиту. Понимает ли, кстати, нет, что ему уверсир обязательно нужен в этом пуше. Если Стрэндж сейчас вкурит тот момент, что пойдет нежь без уверсира, а у него нет уверсира. А не морфится. Вот он морфится, чертяга. Ну, кстати, в бою не факт, что он будет вообще. Так, Стрэндж сам как-то вперед выдвигается, у него строится имморф, у него призма строится. Залетает оверсир, 10 лингов часть стоит вообще рядом со Стрэнджем. Стрэндж как-то вперед двигается, куда ты, Стрэндж, так лезешь, ты без мазеркора, без всего вообще. Третий Нексус заходит, отменяет, нет, Стрэнджу сейчас моментально. Ну, тут хотя бы он только-только строится начал, оверсиром спалил Даркшайн.
Не, а не спалил, посмотрите, не же Dark Shine Overseer, сейчас это замечательно, Death Stranger. Ну, Лингов сделки плюс один развалят, безусловно, Уверчаш нужно выставить, выставляется Уверчаш, призма есть. Да еще гиты у Стрэнджа сейчас появляются новые. Вот наглеет Стрэндж, че он так наглеет-то, куда вот он сейчас идет, я не понимаю. Сейчас на оклике, нет, просто его сбреет и все. Пару оверов забрал. Пару оверов, хорошо забрал, саплай блок будет у Нерча. Да, варп пошел сталкеров, 120, 161, двухбазовый. Вот посмотрите, просто вынудил своими действиями Нерч Стрэнджа двухбазовый пуш сейчас сделать против него. Филды недостаточно, филдов, чтобы все заблочить. Ну, можно зайти на хайграунд сейчас, что Стрэндж и делает. И попытаться здесь за счет позиции победить. Позицию хорошую Стрэндж очень занимает. Фаерболами, правда, Нерч моментально филды снимает, понимая, что... Филды здесь могут как раз таки зарешать. 155-124, ну не пробить будет сейчас с трех базового зерга, с двух баз сейчас Стрэнджер. Вот в чем проблема очень большая заключается. Фаерболы падают, уворачивается имморталами Стрэндж, но у него не хватает просто лимит. Вот он третий Нексус сейчас пытается занять, но не надо лезть только тогда, если ты собираешься третий Нексус занять. Причем плюс 2 делается у Стрэнджа, то есть гриды хорошие. Нерч пытается нагнать сейчас Стрэнджа. И пытается, и кстати может и нагнать его даже. Да, нагнал Стрэндж, Стрэнджа Нерч. Это полная печалишка просто. Фаерболы падают. ГГшечка. Решаемся на Стрэнджа. Это печаль просто. Ну как на равных бился с Нерчом, мне очень приятно, но хотелось бы финал просто посмотреть со Стрэнджем вместе. Это полуфинал был-то или что? Это четверть финал еще был, я прошу прощения. ТЛУ выиграл касса. Так, Стрэндж вышел, ну ладно. Что-то у Стрэнджа у самого бомбануло маленько. Ну, тут мне нечего добавить. Вторую отдал подище, ПВЗ круто сегодня отыграл Стрэндж. Больше мне сказать нечего, но немножечко все-таки не хватило. Так, мне к соулу бы нужно, а у меня гидра есть вообще? Сейчас я соулу добавлю. Ну что, полуфинал у нас впереди, до финал. А, он у меня есть, и так. Сейчас посмотрим, там Синин еще поляк бьет. Может, конечно, соло одолел. А, нет, соул.
А, он у меня есть, друзья, все отлично. Ну все, стул против гидры ТВЗ. Посмотрим. Сверху унерч ТЛО за ВЗ-шечка у нас. Высока вероятность финала за ВЗ, если Соул не одолеет гидру, а гидра, вы сами понимаете, что он Кина одолел корейца. Правда, единственный плюс, конечно, это сервер европейский. Ну, где Дарки, не знал Стрэндж, что там Дарк... Может быть, он думал, что Дарк Шрайн видел, там, я не знаю, Нерч. Там, как бы, Дарки бы не зарешали, скорее всего. Почему? Потому что там Нерч назад бы отступил. Там дело в том, что просто третий Нексус Стрэнджу не занять было, там карта, неудачные респы появились. Вот я, на самом деле, вообще не знаю, как на этой карте, вот при таких респах просто убиться. С хорошим именно Зергом, который может перемасить. А Зерг всегда просто перемашивает, если он именно пушить хочет. Ну что, Гидра Сул, первая игра начинается. Поехали, ребята. Поехали. Сумеречная башня, первая карта. Сейчас посмотрю, сколько на Твиче людей. На Твиче почти соточка накопилась. Так, ну что, здесь, кстати, ЦЦ-шечка первая была по билду. Прошу прощения, Стрэнджу отписал. Сейчас скайп. О том, что нужно было ему, конечно, брать эту игру. Запись, ребят, выложу на YouTube. Здесь я все официально стримлю, поэтому все окей. Будем смотреть на YouTube. Полетели мульчики здесь у нас. Так, факта добавляется. Барак-реактор. Нужно, чтобы Соул, да, выигрывал гидру, потому что если Соул не выиграет гидру, тогда будет у нас ЗВЗ финал. ЗВЗ тоже может быть интересным, безусловно, но хотелось бы, конечно, не зеркалку смотреть. Тем более, почему-то ЗВЗ мне не хочется смотреть, потому что, ну, КЗ, мне интересно посмотреть ПВП как процу, чтобы что-то для себя, может, подчеркнуть. Хотя, в принципе, какая разница, ЗВЗ это вот это, как бы, когда... комментируешь, не сам играешь. В принципе, пофиг, какая зеркалка. Люди-то разные, просто расами играют зрители, поэтому абсолютно это не важно. Лаб на бараке Старпорт.
Залетает гидра, сейчас проверяет. 3 ЧС-шку, кстати, не спалил. А зря не спалил. Здесь можно мулы выкидывать новые, что и делает соус сейчас. Так, Аргил, я редко Twitch включаю, потому что я не все официально стримлю, я уже как бы говорил. Вот, я не знаю, у меня есть ссылка на канал, просто с Твича надо переплывать, кто как бы первый раз меня смотрит на ГГ-канал, ну, постепенно, потому что как я корейские турниры на Twitch запилю, его забанят сразу этот канал. Там же рестрим исключительно GSL, там паралиги всякие, а как я могу не стримить самый лучший StarCraft тоже, естественно. Вот. Когда есть возможность, я Twitch всегда врубаю сейчас, на самом деле. То есть, ну вот, наконец-то с ESL-ами договорились, что можно GoFOSK стримить, как бы, что можно, ну, стримить их турниры нормально. Будем надеяться, что побольше у них турниров будет, может быть, с EN получится договориться. Ну, правда, они GoFOSK там в качестве такого типа исключения сделали, что я на Team Liquid Twitch канал добавляю на GG Good Games. Как-то так в итоге и получается. Ну что, Нидус пошел от Гидры к Соулу, и Соул абсолютно не готов. Хелбаты заходят, ну а что эти хелбаты сделают вообще? Хелбат пуш просто того, что Гидра делает, вообще не очень вкатывает. Да, посмотрите, приходит Соул отбиваться, видеть, что здесь миллиард всего. Нидус на мэне, пишем ГГ, выпон называется, 1-0 Гидра. К сожалению. Как я и говорил, против Хелбат пуша, который уже ушел с базы, вот это вот билд, вот этот вот с роучи с королевами Нидусом, это идеальный расклад. То есть ты просто высовываешься от Нидуса, отбиваешь хелбатов и идешь, в общем-то, обратно в Нидус, убиваешь мейн оппонента. Все. Так, делается верстир, чтобы панши прогнать. С большими буквами. Большими буквами пишется сейчас Соу. Ну что же. Нерч пока бьется ТЛО. Не думаю, что там долго будут. Они хотя за ВЗ, в принципе. UBS P25 СМЭ. Я думаю, что да, отстримил я больше, чем 10 тысяч игр за все время. Ну, утверждать не могу. Хотя 10 тысяч это реально много. Может быть, и... Да нет. Сколько у нас получается? Много. Не знаю, ну уже 5 лет стримил, в принципе. Ждем хост и будем вырываться к Соулу Гидре.
Да, Кас вылетел. К сожалению, вторая игра. Гидра у нас против Сула. Карта, где не Стрэндж проиграл. ТСМ готов. Улучшение завершено. Ну, 5,4 игры в день за 5 лет. Ну, может быть, и было так в среднем. Я не знаю, честно говоря. Что в какой-то день и больше игр отстримливалось, естественно. Наверное, близко к этому числу что-то есть. Что, ребят, вторая игра Гидра против Соула. Сейчас прибегают линги от Гидры. Ой, какой ранний Роуч Ворон, это же дичь просто какая-то. Сейчас Роучи вперед пойдут еще. Пытается КСМ-ку подрезать, еще и КСМ-ку срезать умудрился, а? Чертяк, еще и линк пробегает сюда. Сейчас еще Гидра спалит тайминг факты, прекрасно сейчас. Все будет понимать здесь, пытается КСМ-ку еще покусать немножечко лингом. Ну застрелят эту шального, этого шального бесеныша. Но что делать с 10? С 10! Ни хрена себе! Интересный билд от Гидры, вот нашим зергам на заметку всем тоже, Ревчику, Блайл. 10 роучи до заказ на такой минуте, по-моему, это очень сильно. Что тут и 5-то тяжело отбить, а что с 10 тирану делать, я вообще не знаю. Бункера нету, ничего нету, старпорт еще не скоро будет готов. То есть это 2-0 Гидра, скорее всего, и это, значит, ЗВЗ у нас в финале просто-напросто. Подрезается сейчас реактор. Привет, живчик, привет всем, ребят. Заходит Гидра у Соула, он КСМ-ку там фаерболами накрывает. Ну куда пошел? Ой, как тут еще фаерболы падают жестко. Сейчас еще попадает так на КСМ-очку, фаербол попадает. Пытается Соула отбиться, не так просто это сделать, оказывается, ему. Отходит сейчас, зажарило Реводжера. Отходит назад Гидра немножечко. Ну и все, и что здесь? Ну даже если Соул отобьет, кидает Соул игру. Пригорнуло маленечко у Соула. Ждем финал. Что-то просто изич от Гидры сейчас. Неч против ТЛО бьется сейчас, я так понимаю. Сейчас попробуем посмотреть, что там за счет пристримить, может быть. Так ладно, не так. Ну, просто цел час буде енергія, або ми ще прям зауважуємо тарифи, ну тут вони такі, а окей, добре, ми тут дамат. Зараз побачимо той сон, що дві крилова швітні, бе. Так, який счет, я не знаю. Треба буде трошечку уважати. Зараз, ну, експлозія як експлозія, правда, але. 0-0, похоже, що ли.
У Нерча хорошая ситуация. Zareagował, ale dość późno. 55 z rąk posiada teraz Nercio na 42. W sumie... Nercio w sumie, jakby powiedział, że ma taką sytuację, z której ma o wiele lepszą gospodarkę, to jest bardzo ciekawe. Więc dopóki obroni się na Nutale i na przykład zrobiłby, wiadomo, jakieś tam hydry albo coś w tym stylu, tylko że on nie ma nawet lera. Tak więc w tym momencie Tio może na przykład mógłby spróbować na tę czwartą bazę. Tak, poprosił Nercio zainwajcić. Można by spróbować zagrać coś w stylu, ok, robię Nydusa, Nydusuję się z królowymi, ty masz mało mutalisków, więc będę w stanie się spokojnie lać. To Nercio musi uważać, nie, to nie byłby dobry pomysł. Переживает за Нерча польский комментатор. И у Нерча есть коготь, в отличие от Сул, в отличие от ТВУ, у которого вообще на лингах грейды отсутствует. Ну, у Нерча вообще сейчас 1-1 будут грейды на лингах, между прочим. То есть купование себе часу, потому что муталиски его не атаковали. Так, więc, это аккурат есть целком мудро со стороны Нерча. Ponieważ on po prostu odciąga swojego przeciwnika od jego baz i dzięki temu na przykład skończy Lera. Konstantin, go привет. Происходит go в USK. Ja myślę, że Nercio będzie robił... Dziś już kończyłось. Это как Strange умудрился Nerciu проиграть. Блин, очень жаль. Конечно. На 100% в tym momencie... Если бы выиграл Nercio, то я думаю, Strange вообще бы... Мог бы пробрить. TLO i zresztą będzie też w stanie wytrzymać eksplozję Vayne'ów plus 1. Ale nie, robi Infestation Beat. Kurczę, no myślałem, że będzie na 100% decydował się na Nydusa, a tu jednak nie. W sumie tak naprawdę Nydusa całkiem fajnie walczy tymi swoimi Zerglingami. No i wygląda to nie najgorzej. Totalnie, Vayne'ing zostanie zniszczony. Zobaczcie, że nawet Zergling był w stanie to przeżyć. Zabiegania od Nierczia idą po wszystkim направлениям сейчас. O nie, jednak nie, uratował ją. Na Королеву чуть nie chłopiło. Jest już przesądzony, a tutaj okazuje się, że jednak... Na trzecią butr, da, będzie na trzecią. Su, кстати, TLO robi 1-1 lingom, понимая, że Nierczio po grydam silno opierzaje. No, Nierczio już, кстати говоря, хайв zapilił. Сейчас z Bane'ami попытает ворваться, a co lingi u Nierczio вообще jest? Jeszcze plusem. TLO mutkę zaczynają kontrolić. Będzie wyglądał zbyt dobrze. Hive, Pathogen Glance, no i jak widać z popularity tak pozycjonowane, żeby można było tutaj jakoś, chociaż tutaj akurat nie wygląda to jakoś tak mega spoko. Bane eksplodują całkiem nie najgorsza, ta eksplozja trzeba przyznać, bo tutaj... Proszę, Lingi, Nierczia, zachodź czwartą, tego odmieniajcie. Nierczia tak fajnie to wszystko po rozdzielał, jak widać dosyć dużo Bane'ów także zostało straconych ze strony TLO, który w tym momencie czwartą bazę. On robi czwartą bazę, dlatego że on wie, że Nierczia nie zrobi jak na razie czwartej bazy, no chyba, że nawet przejdzie tutaj królowymi. Jakby rozsiał trochę bardziej krim i przeszedł królowymi, no to spokojnie byłby w stanie ją zrobić. Zaraz zobaczymy, co będzie się osiągnąć. Так, королева Нерча вперед поперли сейчас. И королев реально много идет. Это он уже пушить пошел или просто выход какой-то делает? Интересно. Саплай блок у ТЛО. Нет, это он просто выходит крип плодить в районе третьей базы. Здесь не собирается на самом деле. Как рассеет крип тут, то также может себе спокойно пятую створить. Ма досить уже оборону сюжетничая. Ну и Нерча робил ультралийский, это было до предвидения, правда. Метали на ультрале. Jak jest Kaitin z Plating, jak jest plus 2 na pancerz, to są po prostu słabe, znaczy słabe, no powoli je niszczą, więc ultraliski tutaj, zwłaszcza na jakieś masę zerglingi, których... Ultraliski, no u Nierczia, no blin, karta to большa, ja вот nie знаю, jak ultra... Нужно, обязательно нужны королевы для трансюзов по ультралам, и даже не больше для трансюзов, для того, чтобы мутку как-то отогнать. Забегание лингов на мейн, от Нерча хорошо проходит, делается сейчас адреналин. I tak grejdy lusiu, adrenalin buje. Plus jedna pancerz już w tym momencie, więc są dosyć wytrzymałe. Tutaj jeszcze jakieś eksplozje. No jedna królowa, zobaczcie, 12 życia znowu. Uf, bardzo, bardzo mało. Z tym, że znowu zerglingi w tym miejscu. Czy tutaj, a, bo w ogóle nie ma tego, ready pointu. Yellow. Okej, czwarta baza Nercia. No, troszeczkę jeszcze się będzie budować. No, TLO chyba zauważył zerglingi, dokładnie tak. Znaczy one się niby cofają w sumie dosyć dużo. Czy to TLO mutki совсем много стало? 24 sztuki. Может, минус Нерчуку отсюда сделать, я не знаю, или сюда попытаться. Ультра это хорошо, но в Уталисках столько, что даже ультру смогут развалить.
Здесь Микос, правда, с королевами. Микос с королевами — это уже интересный расклад, конечно. Нерч контролит Силнаги при этом все. 2-2 заказывает сейчас ТЛО, но боюсь, что 2-2 уже могут ему не помочь, Греды. Микос! Хороший Микос от Нерча сейчас. Ну не отпускать! Ну ёпа, РСТ взял, отпустил. Какой фейл, блин. Взял, отпустил сейчас мутку. Ультрала плюс королева идут вперед. Ультралис, кстати говоря. Моделька у стримера-то. Делюксовая. Еще 9 муталисков строят ТЛО. Так, Нерч кидает Микос. Разводит ТЛО на Микос, Нерча сейчас. Часть лингов пытается вперед прорваться. Все больше и больше прирост сюда подходит. Вот Микос на 4 муталиска слил Нерч. И убил только одного сейчас. Нужно Микозом было бы подождать бы, конечно. Сейчас еще и ТЛО 2-2 грейды доделают, что самое интересное. Забегание хорошее прошло. 117-160 по лимиту. Кажется, Нерч хорошо здесь дерется. Королева подходит, крип начинает с овера сбивать. ТЛО сам крип здесь, кстати, разливал. Нужно сбрить, уйти сейчас. Пошел замес. Микозы пошли. Так, королев Нерч пытается затрансфьюзить. Ультра заходит сейчас на вторую базу. Королевы падают все. Не хватило ни Микоза, ни королев Нерчу. Это очень печально. Ну, ультра нормально наваливается, честно говоря. Лингов принимает Нерч ультралисками. Вторую хат пытается фокуснуть. Но муталисков столько много, что даже ультру быстро бьют. Один ультрал закопался. Посмотрите, без палева Нерч ультрал закапывает сейчас. Вот это жесть. Закопанный ультрал. ГГ ТЛО пишет. Нерч меня не заинвайтил, что ли? Чуть не понял. Вот пес. Не заинвайтил меня. Твоей поддержки, да, захват другой поставил, запиливаю. Скакуем, мои дроги, Dusk Towers. Пока посмотрим Battle.net, сейчас я застримлю еще, надо гидру найти бы. Bardzo fajnie Nerch to wyciągnął.
Так, все, игра началась, поехали. Plus jeden na zerglingi, to tyle. Gdzie był w stanie bardzo fajnie się przed tym obronić, był w stanie świetnie wyjść do przodu gospodarczo i po prostu bronić się przed mutanami, więc tak naprawdę Nercio, on po prostu zraszował do tego, zraszował do Ultra Cavern, no i wyszło to świetnie. Tak więc jak najbardziej Artur tą grę był w stanie utrzymać swoje motto i nie spanikował, nie zrobił jakiegoś dziwnego olina, nic. Так, ну ладно, там Гидре напишу, в финал-то я думаю смогу попасть в любом случае. 1-0 Нерч ведет, вторая игра. Может не заметил, я не знаю. Ну что, ребят, вторая игра. ЗВЗ-щика третья минута. Пока тут я отвлекаюсь немножко, но все, начинается движуха здесь. Осталось сплошное ЗВЗ одно. Нерча пока лейра нет, у Нерча опять эволюшн, опять коготь, судя по всему, линги будут. Может армор, не знаю, сейчас посмотрим. А, оранжевая вообще атака. Ни одно, ни другое, ни третье. Возможен пуш сейчас, значит, от Нерча получается. Так, запустил лингов на мейн. ТЛО сейчас палит, что лейра нет. Не, ну ТЛО очень ранняя мутка будет. Пока я не понимаю, что Нерч собирается делать. Выход с королевами или что-то еще. Вот тут дронов Нерчу грызет, контроль очень хороший. Одного дрона сумел сконтролить Нерч, второго не сумел сконтролить. Так, Даша звонила, позвонить будет сейчас тоже. Так, Роуч Ворон у Нерча, второй эволюшн. Лэр делает, сколько делать? Здесь пайр уже у ТЛО. Ну, газа особо не накоплено, то есть готов. Ну, хотя с трех баз, наверное, готовности с пайра 800 где-то накопится. То есть муталиска штук 8 закажет. Ну, что они сделать смогут? Хороший вопрос. Здесь милишные игры, да опять, то есть в ультралов играет Нерч. Нужно королев добавлять, чтобы трансфьюзов побольше было, получается. Ой,
fory, bo wie, że jego przeciwnik wygląda na to, że gra też. Gra mu talę, czy on będzie spajał? Nie. Nie zdaje sobie sprawy, że spajał jest zagrany. Czwarta baza ze strony Wiele. On czuje, że będzie miał dobrą pozycję na mapie. I to może nie być prawdą, jeśli Nercio... Так, Infestor Upgrade. Ну, Infestor, все, короче, как и в предыдущей игре Нерж делает. Infestor Upgrade на энергию запиливается сейчас. Пролетает Нерж, палит спайр сейчас. Ну, он мутку тоже видел прекрасно сейчас. Вылетающую королев нужно новых подстраивать. Ну, в Беллингом, где, кстати, ТЛО тоже, кстати, делает милишные гриды, то есть он тоже ультралов хочет, и в итоге получается, что ТЛО за счет муталисков законтраливает Нерчу четвертую хату и сам четвертую занимает. Но, правда, Нерч ближнюю сейчас с королевами займет, скорее всего, и все будет в порядке. Właśnie teraz kongreguje się na czwartej bazie Mercia, który nie ma tutaj zbyt wiele do obrony i nawet nie decyduje się na obronę w ogóle. Ma za długi rok, tutaj Bejnigi muszą się atakować, co on robi. Zauważył, że widzicie, że w tym metalisku są do tyłu się wsyły. Так, тут ТЛО пытается пробегать. Ультракавер, где же ультракавер? Тутай, кто бы не видел так на базе ДЛО. Ультракавер ДЛО вообще. Тутай так, ДЛО бы не видел. Нерчо теж не видел, więc ультра контра ультра, мои дрозы, за хвилечку. Множество królowych. Это аккурат świetna справа, но по сути królowe będą miały też dosyć dużo transfuzji, правда? ДЛО идет тем самым током мышления, но выглядит на то, что не до конца. Блин, какой долгий у них ЗВЗ, это просто что-то на самом деле. Ну вот у Нерча все получше, то есть у него пораньше грейды немножечко, у него пораньше ультралис кевер, у него побольше королев, а это важно, потому что королева тут гораздо важнее, чем муталиски, это будут трансфьюзы, значит, на ультру. Так, хороший Микозик от ТЛО заходит. Лингов Нерча он принимает сейчас. 2-2, ни там не дает. По лимиту ТЛО что-то резко больше становится. Он 8 ультралов заказывает. Сейчас 8, это реально много. Еще забегание от лингов идет. Не надо лингов с перебором сейчас давать на самом деле Нерчу. Еще какие-то дропы пошли. Оверы дропать собираются лингов. Здесь Микоз, правда, есть. Так, на четвертую линги забежали. Ультрал тут нормально им клешнями своими навалял. ТЛО собирается окружать, зажимать. Королев у Нерча, ой, много вообще. Третий армор заказан. Także adrenala i to jest ten problem. 115 minut kontra 104 zegniki, próbują przebiec. Jest jakiś jeden fangal z zagranicy pamiętami, że fangal... Tak, принимает бой сейчас Нерч. Пошел за место, ультралов реально много. Микозом, смотрите, сейчас прикольный был момент. Нерч кинул Микоз, попал Микозом на инфестора Нерча, на ТЛО точнее. Этот инфестор не мог сдвинуться из-за Микоза и блокил его ультралиск из-за этого. Хотя на ультралисков Микоз не работает, в принципе, он дэмэджа не наносит. Так, здесь залетают оверы. Попытка дропнуться от ТЛО, двух оверов потерял, дропнуться просто не смог. Пост третьего армора заказывает третий коготь, Нерч. Ну, ТЛО третий коготь чуть пораньше. ТЛО, кстати, делает спайр сейчас, что самое интересное. Но Нерч собирается проатаковать ультралами, я так понимаю. Кстати, у Нерча делюксовая, а у ТЛО нет. Интересно. Получается, это... Значит, это у Нерча делюксовая версия получается StarCraft. Ну что же, интересно.
А я думал, это от стримера зависит, значит, я был не прав. ТЛО, посмотрите, битва... Битва бегемотов сейчас, просто какие-то брачные игры начинаются. Королева Ультралы. Очень много юнитов здесь идут вперед. ТЛО не успевает ТЛО доделать сейчас Greater Spire, чтобы заказать муталисков. Королева Нерча здесь рядом уже, сейчас уже трансфьюзы сможет он выкидывать. Нормально. Инфестора, инфест Тиранов пили сейчас, но прав беллингами ТЛО моментально их снимает. Пошел замес, Нерч дерется, трансфьюзов у него просто миллиард. Он, кстати, за счет трансфьюзов-то начинает здесь тащить этот бой. Да, по лимиту видно, сминает ТЛО сейчас. Ультралов очень много выживает. ТЛО не успевает просто физически запилить брудов. Смещается на четвертую базу. 198-127. Смотрите, как зарешали сейчас просто трансфьюзы. Причем королев столько, что и брудов сбривает. Сейчас нужно в финал проситься сейчас быстренько. Ну тут будет через кого у меня прыгнуть, по идее, или не будет? Так. О. Пришли, кто тут пришел. Сейчас я отвлекусь на секундочку, ребят. Так, ребята, я здесь. Ну что, давай на ручки. Оп, пошел инвайт как раз в финал. А я-то тут не один уже. А с подрастающим поколением. Давай носик. Машуль, будешь? Кто это там показан, смотри. Это Маша с папой, да? Маша с папой. Да? Да. Сидят они. Ну все, ты пошла, что ли? Пошла. Ну пошла. Ну давай. Оп. Так. Ну что, я в игре. Спасибо, Гидриш, за инвайтил. Отлично. Даш, а вы в магазин? Так, ребят, ну что, я здесь. Все, скоро финал кончится, и пойду я домой на ужин. Разбираться с диванами к Маше. Так что такие дела. Гидра против Нерча, Бу-5 погнали.
Я так думаю, что Б5 они будут играть здесь. Так. Сколько лет? 3 годика. Скоро будет. Что, гидрооднобазовый прессинг, как любят Блай, делает сейчас против Нерча. Здесь у нас ни плетки, ничего нету, ни мува заказанного, вообще ничего нету. Берет дронов Нерч, спускается вниз. Гидро уже почти хату пробил. Решил до конца убивать инкхата, что ли, делать. Хорошую позицию гидра занимает. Хорошо дерется, там линги криво. Точнее, дроны криво бьются, просто в узком проходе сейчас лингами гидра их разваливает очень жестко. Нужно отступить мышка назад, сейчас просто бейнов из демедженных лингов наморфить, и все будет замечательно. 2 беллинга гидра уже морфит, то есть здесь еще 2 беллинга можно наморфить. Из каких ты желтых ты делаешь, ё-моё, что за кривой? Это кореец называется. 2 линга просто хп, там по 5 хп, блин. Я же заговорился, а он морфит из желтеньких лингов здоровых. Ребят, так, забегает королевам сейчас с гидра. Взрывает беллингов королев. Зачем ты так делаешь-то, гидра? Нужно в плёс хотя бы было взорвать, а не в королев. Пробегает наверх, так и игру отдать недолго. 24-18 по лимиту. Гидра больше все равно, чем нерча. Морфит бейнов, дотекает линги еще сейчас нерч, просто пробреет их. В рабочих вгрызается, отдает на ровном месте всех лингов. Новые линги забегают, новая партия на мейн забегает. И беллингов нет возможности наморфить. Вот где печал. Нет, хорошо законтроливает, я вам скажу. Плетку не убил, хату не забрил. В итоге, если сейчас просто не пробивает гидра нерча, у него все плохо становится. У нерча лингов, кстати, много. Нерч как четко действует, молодец. Провалил гидра пуш просто свой. Молодец, нерч. Грамотно сообразил, что делать. Может быть, на пофиг хату попытаться на золоте пробрить. Да уже надо-то сюда лингов отвести и на пофиг урываться вниз. Беллингов гидра морфит, новых очень много беллингов он там морфит снизу. Ну, сейчас, кстати, скоро муф лингом уже будет готов. Так, спускается гидра вниз, мимо плеточки пробегает. Одного линга потерял, беллинги готовы, еще сейчас новенькие беллинги пилятся. Королева спускается, я думаю, что уже плетки просто так не пробрить будут. Так, заходят бейны сейчас. Ну, взорви ты хоть плетку тут. Так, хату гидра нерчу взрывает. Пытается пробраться. Брудлингов грызся в лингов. Тут лингов миллиард просто. Пока, Маш, я скоро приду. С чаликом. А, мне сначала рюкзак нужно бы забрать. Майнкрафт. Вот через еще 3 года вообще не понять, что будет. Я думаю, что в игры поменьше будет играть Маша. Так, 18-18. По лингам сейчас ситуация.
Оступает домой Нерч. Ну, по рабочим в плюсе, вообще все нормально у него. Клетки перекапывают спокойно, две королевства, Беллинг Нес запиливает. Здесь еще даже хата-то у Гидры нет. С Гидры очень сильно проседает. Так, часть лингов Нерч оставляет дома, четыре штучки частью побежал вперед. Так, здесь наламывается Гидра, какой там вообще делать нечего. Нужно домой отступать, понимает эта Гидра, иначе линги могут забежать. Так, Steel Fox, спасибо тебе, вижу 300 на сбере, Маша на карандаши, пока папка стримит. Спасибо тебе, спасибо всем, ребят. Я говорю, Маша приносит, сразу к успеху иду. Так, красавица моя появляется. Спасибо, короче, всем за поддержку. Ну что, Неж готовит контр-беллинг-баст против Гидры. Что-то и на Яндексе там вижу, происходит сразу же. Так, заходят линги, бейны сейчас, Нерчевский. На рампу, ё-моё, Гидра тут еле-еле справляется с задачей обороны. По лимиту Нерч плюс, здесь что-то беллинг Гидры ходит рядом, как-то опасно у неё ходит. Так, здесь просто-напросто Беллинга 3 хп остается на один укус фактически лингу. И Нерч отступает назад. Да, Нерч отступает назад, Лейер делает. Но это Беллингу не сдобровать, одного линга идеально в Беллинга разменивает сейчас Нерч. Какой-то дикий взрыв был сейчас, и Гидра пишет ГГ. Я все проморгал, извините, но я здесь реально не виноват. Я хотел на базу к Нерчу пойти. Просто Гидра сейчас отдал всех рингов на Беллинге и написал ГГшечку. Понимает, что отстал просто сейчас. Спасибо всем за поддержку еще, ребят. Жду инвайтов еще в одну игру. Так, а на Яндексе что у меня происходит? Так, 50 на Яндексе, помню. Купи ребенку мороженое, спасибо за стрим. Мороженое мы еще не кушаем пока. Так, прошу прощения, чалик там лает, надо его будет на квартиру довезти, а мне нужно рюкзак забрать. Вчера на день рождения посидел, забыл рюкзак. Что, 1-0 Нерч ведет.
Так, разведчик, да, это финал. Уже Нерч против Гидры бьется. Вторая игра. Хата пул у Нерча. Здесь у нас хата через газ. Точнее, пул газ и хатка у Гидры. Собирается он что? Да ничего не собирается, газ поздний. Ну, ситуация будет примерно равная. То есть по рабочим Гидра чуть плюс, и сейчас Нерч обгонит. Ну, хотя Нерч вынужден плетку поставить, это тоже. А для ЗВЗ поставить плетку, это дэмэдж на такой стадии для экономики. То есть это минус рабочий, это 100 минералов вложенных. То есть можно на эти деньги просто газа запилить и рабочих еще. Так, не то, что вы пьянствовали, но так... Воды принял. Ну так, собрал, домой ехал. Велик не стал заходить, брать время уже много было, чтобы на велике ехать. Вот рюкзак забыл в итоге. Кореша до сих пор там где-то гудят. Сегодня. Сережа. Другой Сережа. Так, здесь Роуч Ворон. Роуч Ворон Эволюшн у Гидры. Улимит парабам. В плюсе, посмотрите, 30-22 парабам. Криптумор Нерч пытался отменить, но Гидра Эскейп нажал, поэтому КДшечка просто есть. Можно заново его ставить. Нерч заходит, лингов много заходит. Королева идеально становится сейчас. И лингов часть демеджена было. Королева хорошо дерутся, принимает бой. Третья королева. Последнюю секунду еще инъекцию Гидра сделал. Идеальная вообще здесь политика со стороны Гидры была контроля. Королева еще инъекцию чертяга успела сделать. Нравится мне, как красивый такие мув в Старкрафте происходит. Но это на самом высшем уровне обычно происходит. Ну а Гидра в последнее время подсдал, конечно, он позицию, но не отменяет того, что он очень крутой зерк. Так, плеточка перекапывается сейчас. Линги пробегают мимо. Плетка затыкала сейчас линга очень неслабо. Нет, сегодня просто финала ничего стримить не буду, на ужин поеду. Начальник из деревни приехал. Корли нужно просто на окно запрыгивает на подоконник и видит, как там псы бегают. Так, третью занял Гидрохат. У Нерч тоже третью занимается. Ничего-то Нерч не особо-то отстает по экономике. Единственное, что лейер сверхпоздний, то есть у Гидра сможет агрессивничать. Но если Нерч будет боевого лимита иметь столько, сколько Гидра, в принципе, он сможет биться здесь нормально. Но Гидра постоянно впереди на шажочек по экономике в плюсе. Вот сейчас по грейду в плюсе. 2-1 уже у Гидра грейды пошли, не знаю. Нет, чего нужно отдать должное, он очень четко предыдущую игру отыграл. Вытащил просто из такой ситуации ее. Как и со Стрэнджем вообще. Нерч мог отлететь, значит, все это в финале от Стрэнджа. Потому что Стрэндж вел 1-0 и победную, абсолютно победную игру умудрился отпустить, конечно. Крипом соединилась почти уже Гидра с Нерчом. Нерч выходит сюда, тут к Силнаге, но здесь Вижн есть. Thank you.
Так, инъекции идут сюда. Тут 39-125, да, гидров по чуть-чуть впереди. Все время гидра делает еще подземным фроучем. У нерчата только ЛР доделался. Ну, кстати, по боевому лимит не особо отстает. Дрончиков еще добавляют. Именно как-то вот четко он так вот именно по экономике отставает. Гидры нагнал его сейчас. И по лимиту при этом всем не отстал очень жестко. То есть сейчас по рабам 59-63, но это уже как бы и не разница-то особо. Все, мув через секунду будет готов. Готов мув, и все, гидра попер. А, видит он на ксилнаге, что нерч оверсиром летает. Так, заползает роучи, ездит оверсир. Еще одного оверсира нерч делает. Кажется, он спалил, что роучи с иголками, что ли, я не знаю. Оверсир по таймингу доделывается, роучи уже проползли. Так, и мув роучи ему нерча доделывается в тему сейчас. Оверсиру нужно делать мув. На такой стадии уже, чтобы роучи легче было убивать. Так, здесь несколько роучи забегает, а если быть точным, 3 штучки на мейн. Гидра пытается еще и в лоб выход делать. Нерч хорошо здесь мейн отбивает. На 10 дронов отстает, но опять же отставание на 10 дронов для ЗВЗ, когда уже 200-200 вышли, оно не абсолютно не критично. Наоборот, боевого лимита может быть больше из-за этого. Нерча тоже 2-1 делается. Справляется с гидрой, по боевому уже вообще в плюсе сейчас. Гидра четвертую делает и делает гидроден, то есть в люру будет выходить сейчас. Здорово еще, Илюх. Ты недавно что ли пришел? Машу, наверное, не видел-то или видел? Так, Дмитрий Иванович, 300 опять на Сбер, 200 Маш на бантике, 100 собачки на еду. Спасибо тебе, это ты же, наверное, да, был, получается? Ну что ж, тогда нужно... Месторождение минералов. Менять местами тебя просто. Спасибо тебе, SteelFocus, еще раз. Спасибо всем за поддержку. Так, здесь у нас хаточку четвертую нич пытается ставить. Роучи реводжеры. У нерча гидра экстра саплай сделал сейчас. Гидру добавляет, 208 у него лимит, то есть он собирается люру сейчас запилить. Но, как уже не раз наблюдали мы в ЗВЗ, гидру фаерболами можно, люру можно законтрить фаерболами, на самом деле очень неплохо. И гидра сейчас гуляет под фаерболами, очень слабо пытает, то есть фаерболы еще заставляют бегать зад вперед и позицию выигрывать для нерча. Смотрите, то есть он теряет часть демеджа гидра, идет вперед роучий гидрой, роучий гидра падает сейчас, все гидролески падают, и нерч умудряется победить этот замес сейчас, умудряется победить. На фаерболы подходит гидра сейчас, теряет там пару роучи еще. По лимиту нерч уже в плюсе. Нужно еще реводжеров делать из демедженных роучей. Что нерч, собственно, и делает. И идти вперед. Один всего лишь люркер у гидры делается. 173-160. Боевого нерч где-то в плюсе там на 20-ку. Так, фаерболами минусует оверсира, минусует овера еще одного. Идет дожимать. Плетки 3 штуки в замес берет сейчас. Смотрите. Здесь 3 плетки, а тут всего лишь один люркер. Видит нерч люркера, прекрасно, нужно фаерболы именно на люра кинуть, что нерч и делает. Фаерболы падают, люра перекапывает гидры сейчас. Замес идет дальше, люра нерч зафокусил сейчас целенаправленно. Плеточки помогают очень сильно, причем одна не закопана. И это 2-0 в пользу нерча, судя по всему. Блин, какой нерч молодец, кощун просто. Кто бы мог подумать, что я вообще такие вещи буду говорить. Ну, против корейца бьется, можно и за нерча поболеть. Хотя у нерча горело от меня давно, еще кого-ли играли, у меня горело от нерча. И очки протирал нерч и т.д. Вот. Ну тут ничего не поделаешь, но здесь реально молодец. А я что-то... А, ты здоровался, мне показалось... А, погодите, я сегодня один же раз стримлю-то всего на самом деле. Я просто думал, что это какой-то другой, на другом стриме я здоровался, я просто в начале стрима, да. Все понял я, Илюх, прошу прощения, я что-то уже потерялся на самом деле, я думал, вдруг как-то в другой момент это было, но других-то моментов не было на самом деле никаких.
Короче, всем спасибо за поддержку. Ждем третью игру. Или это Бо-3 у нас? Ну, через Варди буду запрыгивать сейчас. Пока что-то не создается. Решили Бо-3, может, они сыграть. Я не знаю, если честно. Гидра не в игре, Нерч не в игре. Ну, сейчас подожду. То есть, если будет еще игра, то значит будет хост сейчас. Если нет, то нет. Может быть, договорились игроки на Бо-3, потому что у Гидры может быть поздно. Вот. Так. Да, решили Бо-3 сыграть. Короче, Нерчу победитель, ГУФ ОСК номер 565. Поздравляем Нерча. Бился он нелегкий путь. Он прошел только полуфинал. Был легкий, четвертьфинал был. Так, Virtus Cup, 10 часов. Да нет, наверное, какая-то ошибка там, я не знаю. Надо переносить, потому что я не дома уже в 10 буду. Короче, ребят, делаю стоп-старт. Сейчас вернусь к вам.